Добрий вечір, шановні глядачі, добрий вечір, шановні гості, експерти, усі, хто разом з нами сьогодні, як завжди, по четвергах о 19.30 на телеканалі «Миколаїв» в програмі «Контраргумент» збирається для того, щоб обговорити найцікавіше, найактуальніше, найважливіші проблеми, питання нашого життя, життя міста, життя області, життя країни, життя взагалі кожного із нас. І сьогодні ми збираємося поговорити про тему, яка, напевно, звучить дещо сухо і академічно. Ми хочемо обговорити питання реформи, принаймні, проєкту реформи міського конкому. Здавалося б, ну, що тут казати про документи, про якісь там перестановки. Втім, насправді, від того, як працюватиме виконком міської ради, буде залежати те, як взагалі працюватиме наше місто. І оскільки дуже багато з нас активно і сподівалися, ще й продовжують сподіватися на те, що з приходом нового мера ми зможемо справді почати жити по-новому, ну, принаймні, спробувати жити по-новому, то я думаю, що спроби реформувати систему – це добра запорука того, що так воно далі щось і почне змінюватися. Отже, лишайтеся з нами, буде дуже цікаво, а перш ніж представити наших гостей, як завжди, я пропоную подивитися перший сюжет, з якого стане зрозуміло, а про що ми взагалі збираємося тут розмовляти. Будь ласка. Обрання на посаду міського голови не просто молодого, але представника не найбільш популярної в Миколаєві політичної сили стало розривом шаблону. Відповідно, високими були і сподівання, пов'язані з новим керівником. Його електорат сподівався свідомо на радикальні зміни в підході до формування кадрового складу міських органів влади та всієї системи управління. Ті, хто вибори проігнорував або голосували проти, також, напевно, очікували або побоювалися змін. Тому, власне, і були проти цього кандидата. Звинувачення на адресу Олександра Сінкевича у затягуванні часу та відсутності реальних реформ почали звучати чи не одразу після його вступу на посаду. Багатьох розчарувало те, що помітних кадрових змін в керівництві та взагалі в міській владі не відбулося. Але заради справедливості маємо визнати, новий мер не мав команди, яка могла б забезпечити керівництво хоча б основних напрямків міського господарства. Згадайте, як нервово і довго формувався передвиборчий штаб кандидата вже після першого туру. Водночас не можемо забувати і цілком логічну тезу Вацлава Гавела – краще 5 років помилок, ніж 50 років саботажу. Йдеться саме про можливі помилки початківців у політиці та управлінні і саботаж професіоналів у лапках, котрі вміють заговорювати проблеми, зберігати за собою важливі місця у владній та грошовій круговерті та гальмувати будь-які зміни. Загалом, реформування міської влади в новітній історії Миколаєва зазвичай обмежувалося черговим збільшенням кількості органів, розширенням штатів і, відповідно, збільшенням обсягів фінансування цих структур. Миколаївський блогер Ростислав Філевський, один з групи авторів проєкту «Реформи органів міської влади», наводить результати ретроспективного аналізу змін у складі міськвиконкому за останні 16 років. З 2000-го, з періодичністю від року до трьох, вона постійно змінювалася. Змінювалася виключно в бік збільшення, іноді без будь-якого нормативного або логічного підґрунтя. Збільшувалася кількість юридичних осіб, головних розпорядників бюджетних коштів, укрупнювалися вже існуючі виконавчі органи чисельно, переростаючи з секторів у відділи, з відділів в управління, з управлінь в департаменти. При цьому 16 років тому, 2000-го, у міського голови було 8 заступників. Надалі їх кількість поступово зменшувалась, водночас зростала кількість працівників та керівників середньої ланки, функції дублювались, ланцюг необхідних для прийняття рішень інстанцій подовжувався. Станом на 1 січня 2016-го загальна штатна чисельність працівників всіх виконавчих органів міської ради склала 846 одиниць, при населенні міста близько 494 тисяч осіб, приблизно одна штатна одиниця на 584 миколаївців. Активісти порівнюють рівень ефективності діяльності органів міської влади нашого міста, а також сусідніх – Херсону та Кіровограду, і такого, що вважається одним з найуспішніших в Україні – Вінниці. І констатують, що показники наших міських чиновників найгірші з-поміж вказаних. В рамках реформування пропонують в два етапи провести оптимізацію та реорганізацію органів міськвиконкому з доведенням загальної кількості їх працівників до 441 одиниці, тобто скоротити штат майже вдвічі при збереженні та підвищенні ефективності роботи цих структур.
І зараз саме час представити наших гостей та експертів. Будь ласка, Юлія. Розпочнемо традиційно з наших гостей. Олександр Сінкевич, Миколаївський міський голова. Пропоную подивитись візитівку. Олександр Сінкевич, Миколаївський міський голова, у кріслі мера з листопада 2015 року. Представляє Миколаївську міську організацію політичної партії «Об'єднання Самопоміч». Добре знаходить спільну мову з молоддю. Цьому сприяє молодий вік чиновника та знання уподобань юних миколаївців у сфері IT-технологій. Завдяки політтехнологам отримав псевдонім «Супермер». Валентин Бєльський, позаштатний радник Миколаївського міського голови. Прошу візитівку. Валентин Бєльський, голова Миколаївського клубу директорів. З лютого 2016 року позаштатний радник мера. Активний громадський діяч. Серйозно працює у напрямку залучення до Миколаєва міжнародних інвесторів та експертів у сфері фінансів і економіки. Намагається сприяти всебічному розвитку Миколаєва. Ростислав Філевський, депутат Миколаївської міської ради, юрист. Прошу візитівку. Ростислав Філевський, депутат Миколаївської міської ради 7-го скликання, однопартієць міського голови. Має активну громадську та політичну позицію. Грамотний і досвідчений юрист. Охоче допомагає миколаївцям у вирішенні різноманітних правових питань. Євген Воловой, громадський активіст. Прошу візитівку. Євген Воловой – миколаївський громадський активіст. Декілька років поспіль контролює якість виконання ремонту доріг. Активно долучається до вирішення інших міських проблем. Наразі особливу увагу приділяє розробці проєкту реорганізації та оптимізації структури міськвиконкому. Пропоную познайомитись з нашими експертами. Олег Мудрак, депутат Миколаївської міської ради. Марина Сорока, голова організації політичної партії «Відродження» Заводського району міста Миколаєва. Андрій Єрмолаєв, радник Миколаївського міського голови. Ігор Пох, журналіст, публіцист. Максим Нівенчений, депутат Миколаївської обласної ради, голова громадського об'єднання «Український вибір». Дмитро Канарський, волонтер. Андрій Острів, політтехнолог. Олексій Кочебєй, директор юридичної фірми «Advice Consult». Олександр Чхайло, голова правління громадського об'єднання «Альянс демократично-правового руху». Ярослав Захаренко, член бюро Миколаївського обласного осередку політичної партії «Демократичний альянс». Станіслав Подячев, громадський активіст, волонтер. Дмитро Талпа, приватний підприємець. Отже, зрозуміло, що сьогодні розмову будуть вести люди, які дуже добре знаються на предметі, про який ми будемо говорити. І перш ніж запропонувати нашим гостям по одній хвилині для того, щоб визначитися зі своєю позицією на початку програми, для того, щоб викласти, мабуть, найголовніше, з чого вони почнуть нашу дискусію, я хочу запропонувати ще один сюжет, після якого, напевно, і вам, шановні гості, буде легше формулювати ваші хвилинні промови. Мови, і нашим глядачам стане ще трохи більш зрозуміло, а що ж то таке реформа міськвиконкому. Будь ласка. Структура міськвиконкому потребує реорганізації і оптимізації. Для цього вже створено відповідну робочу групу. Її перше засідання мало відбутись у понеділок 11 травня, але відмінилось за невідомих причин. Апарат міської ради це рішення не коментує. Миколаївські громадські активісти жваво обговорюють питання реорганізації міської управи у соціальних мережах та блогах. Наприклад, депутат Миколаївської міської ради від «Самопомічі» Ростислав Філевський ще на першому пленарному засіданні четвертої сесії ініціював розгляд питання про створення нової структури у форматі міськвиконкому. Я займався питаннями структури протягом 2 з лишком місяців. Я впевнений в тому, що за умови перерозподілу відповідних функцій на цей перехідний період протягом принаймні місяця можливо покласти виконання відповідних повноважень, які переходять згідно з пунктами
23-24 порядку денного, це SDP-002 та SDP-003, на існуючі штатні одиниці. У своєму блозі на одному з інтернет-ресурсів Ростислав Філевський наводить багато прикладів, як краще змінити структуру міськвиконкому. Є докладні презентації. Схожу думку має і депутат Миколаївської обласної ради Максим Нєвєнчаний. А от депутати від інших політичних сил коментувати власне бачення теми відмовились, посилаючись на незнання предмету. Отже, будь ласка, панове, я тільки хочу зауважити, що ми чесно намагалися взяти коментарі у представників різних фракцій щодо цієї реформи. Втім, практично усі вони казали, що немає чого сказати, бо, ну, як сказав мені представник однієї з фракцій, ну, це, власне, творчість депутата Філєвського, і він займається цим, можливо, там порядку хобі. Коли це перетвориться на пропозиції міського голови, ну, тоді ми будемо про це говорити. Хоча з їх слів, так би мовити, за лаштунками, стало зрозуміло, що жоден з них за цей ваш проєкт, пане Ростиславе, голосувати не збирається. Я сподіваюся, що, можливо, наші глядачі, принаймні, зможуть розібратися, що ж ви там пропонуєте, бо, наскільки я зрозумів, ті наші співрозмовники з числа депутатів міської ради зовсім не мають уявлення про те, що ж там у вас у тих величезних теках. Будь ласка, Олександр Федорович. Добрий вечір, студія, добрий вечір, шановні телеглядачі. Я дозволю собі не коментувати як представнику, єдиному представнику влади в цій студії, не коментувати тему передачі, а потім включусь в діалог і нашу бесіду. Добре. Я, до речі, хочу нагадати нашим глядачам, що за 17 хвилин з'являться телефони прямої лінії. На екранах ви зможете зателефонувати. Вже зараз ви можете слідкувати за нашою програмою, як на нашому сайті в Ніколаєві.інфо, не тільки на наших, не тільки по ваших телевізорах, а також приєднуватися для нас, окрім телефонів, ще і за допомогою Фейсбуку. Не даремно тут у мене є планшет, я буду бачити те, що ви пишете або у групі «Контраргумент», або мені особисто на мою сторінку. І якщо ви не зможете додзвонитися, то я ці ваші питання тут озвучу. Втім, я хотів би все ж таки вас попросити, я знаю, як це завжди буває, коли є хтось з представників влади, чи то мер, чи то хтось з представників департаменту, то про що б не йшлося у студії, обов'язково питання починаються про те, що в мене там криша тече, у мене на дворі мусор не прибрали, сміття не прибрали. Тож, будь ласка, телефонуйте, але тільки не просіться в ефір. Там запишуть усі контакти ваші, обов'язково лишіть ваше прізвище, ваш телефон, вашу адресу. Я обіцяю, що я особисто прослідкую за тим, щоб все це Олександр Федорович увіз з собою і дав вам відповіді вже у приватному порядку. Давайте все ж таки ті питання, які ви будете скеровувати сюди на програму, якось так вкладати в тему нашої програми. Дякую. Будь ласка, Валентин Анатолійович. Ну, начать надо с того, наверное, что горожане хотели бы видеть от органа местного самоуправления некую службу, которая бы помогала им реализовываться. Поэтому мы абсолютно уверены, что орган местного самоуправления должен превратиться в сервисную компанию. Компания, которая будет предоставлять услуги, дающие возможность достичь с ее помощью горожанам конкретного результата. До сих пор мы наблюдали выполнение функций государственными служащими, а функция включает в себя издание документа, отработка какого-то бумаги, расписание или ответ, причем чем больше ответ содержится на числе листов, тем лучше считалось выполнена работа государственного служащего. Мы же собираемся привести каждое исполнение чиновникам к конкретному результату и в первую очередь взять на себя гарантии. У этих гарантий должно быть понятие брака. У брака в работе государственного служащего должно быть четкое понимание, как об этом будут сообщать горожане, что они не удовлетворены своей работой. И точно так же понятная процедура, как служащий будет реагировать на брак в работе чиновника. В дальнейшем мы обязаны запустить инструмент непрерывного совершенствования службы государственной, которая позволит вывести наш орган местного самоуправления в тройку
в Украине. Сегодня мы занимаем почетное место, первое с конца, по статистике доверия горожан к власти. Поэтому нам есть над чем работать, и чтобы мы не сделали хорошее, мы всегда будем двигаться вверх. Поэтому давайте оттолкнемся от дна и с оптимизмом настроимся на серьезную работу. Почему подчеркиваю, нам предстоит большая работа? Потому что до сих пор горожане не научились требовать. И хорошо, что есть предприниматели, которые взялись за то, чтобы начать с власти требовать действительно сервиса и тех услуг, которые они должны, обязаны давать. Не относиться с игнором к тому, что власть всегда была в стороне. Спасибо. Ну, не случайно у нас у Дмитрия Талпа, который не только требует, но еще и документирует то, как он это требует и что из этого получается. У него наверняка будет возможность об этом рассказать. А пока Ростислав Філєвський, пожалуйста. Дякую за запрошення. Добрий вечір, вельмишановні телеглядачі. Добрий вечір, вельмишановні експерти. Добрий вечір, вельмишановні колеги. Наразі перед нами постала дуже актуальна тема, і, як слушно зауважив Ярослав Вікторович, мало хто в ній опікувався і мало хто в ній опікується і розбирається так, щоб пропонувати ті чи інші зміни. Адже найбільш страшне наразі для чиновника – це є зміни, це є вихід із зони комфорту і це є завжди проблема. І те, що наразі озвучено, що мало хто за структуру або за її зміни захоче голосувати, то це теж є слушним, оскільки всі бояться змін. Але давайте ми з вами підійдемо до цього з іншої точки зору. Пройшло 5 місяців, ми після виборів взяли на себе відповідальність. Відповідальність за це місто. І в даному випадку, якщо вже йдеться за ефективність, то ми повинні говорити про те, що ми повинні поставити стратегічну мету, зробити перш за все добре для людей, комфортно для людей, після цього вже говорити про всі інші зміни. Якщо буде для людей комфортно, зміни підуть самі з собою. І якщо говорити про структуру, то у нас є альтернативний вибір. Або навчити старого пса новим трюкам, або щось змінити, змінити в конструктивному плані і запропонувати щось нове. Те, що ми наразі робимо, це пропонуємо нове. І в даному випадку зараз і згодом ми це будемо репрезентувати і будемо говорити про те, що ми репрезентуємо, то є допомога міському голові, оскільки його виключне право пропонувати цю структуру, а виключне право міської ради її приймати. Тож в даному випадку готові до співпраці, готові до спілкування і готові до змін. Дякую. Ну, тобто я зрозумів, що замість того, щоб навчати старих собак новим трюкам, ви вирішили набрати просто повний питомник нових і почати їх дресирувати. Не зовсім так, ну... Євгене, будь ласка. Здравствуйте, добрий вечір, спасибо за приглашення. Взагалі, хочу спочатку сказати спасибо Ростиславу, тому що... Судя по тому, что я ознакомился с этой темой, то он единственный, кто провел хоть какую-то работу. До этого просто наблюдал какой-то информационный фон в том же Фейсбуке, в средствах массовой информации по поводу структуры. Критиковали ее все, всем она не нравится, но я, Ростислав, единственный, кто пришел и показал, ну вот, я предлагаю такое. Поэтому, прежде чем критиковать, я думаю... Критика без конструктивной позиции, она не имеет под собой вообще ничего. Поэтому, если вы критикуете, то не только критикуете, а и предлагаете. Вот эта вот штука, она меня вообще пугает. Я вообще не люблю, да, там еще много букв. Да, там очень много букв. И я вообще смотрю на это все с точки зрения бизнеса и адекватного менеджмента. Я не говорю даже профессионального менеджмента, просто пускай он будет просто адекватный. Моя четкая позиция, все, что нужно автоматизировать, должно быть автоматизировано. Все, что можно оптимизировать, должно быть оптимизировано. С Александром Федоровичем мы встречались еще, кажется, в конце ноября, в начале декабря прошлого года. И у меня было, наверное, я, во-первых, увидел примерно такое же количество бумаг на его столе. Вот, мне тоже это не очень понравилось, в принципе, как и ему. Вот, и у меня была единственная просьба, то есть в плане давайте сделаем что-то новое. Вот. И это новое, кстати, отражено в этой структуре, слава богу, там появился отдел внутреннего аудита и мониторинга. Вот. Я думаю, что для всех остальных участников этой структуры это будет приятным сюрпризом, для кого-то неприятным. В общем,
кто как будет работать, мы на это посмотрим. Вот. А в целом, в принципе, хочу сказать, что с презентацией, новой структуры я ознакомился, и в принципе она неплохая. Как для чего-то, от чего можно оттолкнуться и двигаться дальше. И для меня, кстати, было сюрпризом, что я вхожу в рабочую группу. Мне этот сюрприз преподнес Андрей. Он нас туда как бы включил. И по итогам каких-то там манипуляций оказалось, что не все там рады были нам почему-то. Настоящих буйных мало, вот нету вожаков. Я говорил о том, что к нам можно присоединяться по Facebook, и вот мы уже прислали пост с Фейсбука. Пока Ростислав Филевский несколько месяцев готовил свой проект новой структуры исполкома Николаевского горсовета, команда мэра Николаева Александра Сенкевича готовила свой проект, о чем ранее никому известно не было. Недавно этот проект был разослан всем дебатам горсовета, которые, к слову, были в недоумении от этого проекта, и вряд ли он вот так вот будет взят и благословлен. Что интересно, все замы теперь предлагаются не 5, а 6. Структуры указаны с фамилиями, что как бы странно, потому что структура – это подразделение, не конкретные люди. Шестой заместитель – нынешний помощник мэра Руслан Рохов, видение которого предлагается дать сегодня несуществующий департамент развития города, управление маркетинга, территории, туризма и управление инноваций и внедрения технологий. И что еще любопытно, четверо заместителей в данном проекте носят фамилии тех, кто ими является. И сегодня Гайдаржи, Степанец, Бондаренко, Евгений Шевченко. Следует полагать, что по истечению 4 месяца присматривания к старым замам они сами, их работа устроила мэра Сенкевича, он планирует их оставить в покое. А и да, администрации районов в этой структуре остаются, а жаль. Это вот наши зрители активно участвуют в обсуждении. И поскольку вы, Александр Федорович, ждали вопросов, вот он первый поступил. Пожалуйста. Ну, что сказать. Действительно, мы разрабатывали тоже структуру, я не буду отрицать, мы не просто сидели и смотрели в окно, как летают вороны. Действительно, сейчас мы предложили всем представителям всех депутатских фракций структуру в виде схемы. Ну, это трудно назвать вообще структурой, потому что структура подразумевает собой штатную численность, там еще много чего другого. Это была просто схема, которая предполагалась для внедрения. Схема была сделана на основе исследования схем украинских и европейских городов. На что депутаты сказали, что вот нам нужно с фамилиями. Ну хорошо, мы вписали туда фамилии, чтобы не будоражить общество, вписали туда, фамилии тех людей, которые сейчас исполняют эти обязанности. Понятно, спасибо. Ну, насколько я понимаю, сейчас, Алексей, я вижу руку, насколько я понимаю, вот в проекте Ростислава Филевского как раз предусматривается просто такой секвестр по самое не могу, и администрациям там места вроде как не остается. Поэтому хотелось бы спросить, а как тут у вас, товарищек, согласия? Нет, пожалуйста. Ну, в данной ситуации нужно понимать несколько концептуальных основополагающих вещей. В любом случае, это есть не навязывание и... Девиз нашей политической партии – «Візьми і зроби». В данной ситуации это и есть помощь мэру. Насколько она будет принята, насколько она будет имплементирована, зависит, собственно, от мэра, его ответственности перед громадой. Что касается «урезано по самое не могу» и так далее. Взята за основу такая стратегия. На сегодняшний день легко сломать, но сложно построить. Поэтому предложено, соответственно, 2 этапа. На первом этапе остается только то, что работает. А под каждые 441 штатную единицу есть соответствующие существующие должностные инструкции с прописанным функционалом. И мы можем утверждать, что практически изменений в худшую сторону в работе исполнительных органов городского совета наблюдаться не будет после этих изменений. Второй этап, он предполагает более глубокий анализ с привлечением профильных специалистов, которые должны как раз анализировать те процессы, которые соответствуют стратегии города, на которые нужно обострять внимание, подбирают соответствующие кадры, пишут соответствующие инструкции, возможно, их изменяют, внедряется электронное самоуправление,
по крайней мере, строится локальная вычислительная сеть на все исполнительные органы совета для того, чтобы наблюдать каждого чиновника на своем рабочем месте в реальном времени. И только после этого глобально переформатируется через год, максимум полтора, структура исполнительных органов совета. И хотелось бы обратить внимание вот на что. Очень часто употребляется в средствах массовой информации структура исполнительного комитета. Это не совсем корректно. Почему? Потому что исполнительный комитет по существу, это статья 51 закона Украины о местном самоуправлении, это исполком горсовета, который имеет достаточно небольшую численность и не имеет статуса юридического лица. Как-то так получилось, что у нас есть два исполнительных комитета городского совета. Это есть исполнительный орган городского совета, выконком Миколаевской міської ради, как юридическое лицо со штатной численностью 212 человек. И у нас есть исполком в соответствии со статьей 51 закона Украины о местном самоуправлении в виде городского главы, секретаря городского совета, ну, номинально. Сейчас снова такие идут споры, что в новом составе совета еще исполком не избран, но тем не менее, в соответствии со статьей 51, он должен существовать и он будет существовать. Спасибо, Вячеслав. Я только, конечно, хочу попросить, господа, немножко короче говорить, а лучше вы несколько раз скажете, потому что в какой-то момент просто зритель может потерять внимание, а поскольку говорите вы о сложных вещах, то он, потеряв вот кусочек, он уже не поймет и всего остального. Алексей Кочубей, пожалуйста, и Олег Мудрак. У меня вопрос ко всем гостям студии, в первую очередь, конечно же, к градоначальнику. Вопрос неудобный, и, кстати, он проистекает из последних слов, которые задал Ростислав. Да, так вот, сказал Ростислав. Так вот, вопрос неудобный, но, очевидно, его замалчивать нельзя. И лучше, если он прозвучит от симпатика сегодняшней команды, поскольку я буду подбирать как бы соответствующие корректные мягкие фразы. Реорганизация исполнительных органов Николаевского горсовета – это, безусловно, процесс, который в конечном итоге завершается решением горсовета, то есть сессии, ну, депутатской. Готовит команда мэра, да, но принимают депутаты. На фоне того, что действительно на сегодняшний день исполком горсовета, тот самый орган, который не имеет юридического лица, в который входит несколько человек, до сих пор не утвержден той самой сессии. На фоне проблем с избранием сессии секретаря горсовета, насколько вообще конструктивно говорить о перспективах реализации такого масштабного проекта, как реорганизация исполнительных органов Николаевского горсовета? Спасибо за вопрос. Ну, скажем так, ответом на ваш вопрос будет, наверное, тот пост в Фейсбуке, который написали люди. Именно для этого мы разослали структуру, как черновой вариант, для того, чтобы депутаты всех фракций рассмотрели данную структуру, данную схему предполагаемой структуры, и как минимум вот этими квадратиками их поперемешивали и предложили городскому голове. Логично, что до того, как эта структура не будет утверждена в депутатских фракциях, ее бессмысленно выносить в сессионный зал. Самое главное, что хочу сказать, что, ну, я думаю, что Ростислав еще расскажет о своей структуре, которую он предлагает. Хочу сказать, на чем базировалась наша, ну, идея, и уверен, что она, конечно же, претерпит изменений, может быть, даже и больших, и кардинальных, в том числе и тех изменений, которые есть в структуре, которую предлагает Ростислав. То есть это не аксиома и не догма. Самое главное, что мы сделали, мы решили не выдумывать велосипед. Считаю и говорю об этом, что очень большая проблема украинцев, нашей нации, что мы во многом себя считаем уникальными. И в том числе уникальными в процессах управления государством, городами и прочими делами. Нет, мы не уникальны. Мы уникальны во многом, да, действительно, у нас есть очень много изобретений украинцев, но в том числе в управлении государством, в управлении городами нужно использовать уже опыт рабочих структур. Поэтому мы пошли по этому принципу. Мы взяли структуры городов, с которыми мы бы хотели конкурировать. Мы взяли структуры городов, которые когда-то находились в таком же состоянии, как мы сейчас, там 30-50 лет назад.
И примерно на базе этих структур, ну, взяли там польский, ближе всего к нам Польша, польский опыт, да, и попытались его переложить. Кроме того, у нас есть структуры, похожие структуры городов, тут, в том числе и в Украине, которыми мы могли бы конкурировать. Та же Винница, тот же Львов. Какие-то вещи мы брали оттуда, и для того, чтобы внедрить те процессы, которые у нас сейчас есть, поместить тех тигров по этим клеткам. Вопрос оптимизации, он, мне кажется, его трудно рассчитывать на бумаге. Одно дело, когда вы проектируете предприятие, работу его, и там, любого, там, любой структуры, когда вы считаете все человечками, нарисованными циферками и там, какими-то названиями. Другое дело, когда есть работающие процессы, и которые нужно описать, а потом понимать, как их оптимизировать. То есть сейчас в нашем, ну, скажем так, в структуре муниципальной власти, давайте я не буду говорить, использую слово исполком, не шмисполком, в структуре муниципальной власти все было примерно подобрано под людей. То есть структура строилась под людей. Так, мы берем X, человека X, что он умеет? Умеешь варить, умеешь клепать. Значит, будет, значит, мы тебе даем клепать и варить. Хотя одно дело связано с техникой, другое с получался зам по клепке и по варению. Да, зам по клепке и по варению. Хотя совершенно это две разные вещи. То есть мы уж попытались уйти от этого, сделать структуру логичной. И второе, ну, как минимум, технократичное, как-то вот так. То есть, и еще попытались даже в названиях уйти от каких-то устоев, например, от слова «коммунальное». У нас давно нет коммун, но при этом у нас есть коммунальное имущество, вот, то есть муниципальное. Да, и мы говорим «гуманитарный зам». Что за гуманитарный? Зам по человеку, да, то есть, что это такое? То есть, мы говорим о том, что зам по развитию человеческого потенциала. Фактически, вообще, задание местной власти и вообще власти в стране должно быть первое – конкуренция территорий, второе – развитие человеческого потенциала. Чтобы человек мог реализоваться в городе, в стране. Зам по развитию человеческого потенциала звучит почти как строка из американской конституции. Каждый гражданин имеет, каждый человек имеет право на стремление к счастью. Каждый человек имеет право на развитие. У меня были примерно те же ощущения, когда я читал вот эту вот картинку, да, то есть с новыми названиями, где вот звучали вот этот вот зам по человечности, да, вот так. У меня были вот те же примерно вот сноски, да, то есть вот вырисовывается, конечно же, абсолютно в части названий картинка, которая существенно отличается от всех тех шаблонов, которыми жила Украина все там годы своего суверенитета. И главное, что очень бы хотелось, да, то есть читая вот вашу раскладку сегодняшнюю, чтобы в плане действий эти самые действия пошли гораздо дальше, чем просто красивые дырки. Я вижу, как вы тихо показываете готовность. Пожалуйста, Юля, дайте мне сказать. Да, добрый вечер, спасибо большое за слово. У меня реплика как раз по поводу того, что Александр Федорович сказал о развитии потенциала. Вот я тоже ознакомился с исследованием Ростислава, обратил внимание на то, какое количество там людей, которые выполняют такую работу, которую мы сами вообще работой не считаем. То есть около 40, там почти 40 водителей, там около 10 так называемых операторов ЭВМ и так далее. То есть это люди, которые целыми днями якобы этим занимаются. И ну, это достаточно странно для нас. Я подозреваю, что все присутствующие в студии здесь являются операторами ЭВМ. И также водителями подозревают тоже. Так что будет ли вот в новой структуре место для таких людей у Ростислава и у Александра Федоровича? Мне просто я могу интересно. Вам сказать, Дмитрий, что когда я пришел на телеканал Николаев 2 года назад в качестве директора, у меня было, если не ошибаюсь, по-моему, 4 оператора набора текста на машинке, как это там называлось. Так что, в общем, все нормально. Я думаю, что такие атавизмы присутствуют практически в любом... Паровоза, да? Да, да. Такие атавизмы существуют практически в любой структуре. Пожалуйста, Евгений, и потом вот здесь Слав, да, пожалуйста. Ваш эксперт хорошо сказал, что за эту структуру, я так понимаю, должны будут потом проголосовать. Не знаю. Должны. Голосовать, да? Посмотрите, какой большой Алексей. Он я может заставить что, проголосовать кого немножко угодно. Вперед, я так понимаю, голосовать не будут без какой-либо аргументации, потому что не потому, что там структура плохая, и не руководствуясь какими-то принципами. Ну, вы повысили эффективность там не на 100%, да, на 80% или там, тут можно было оптимизировать лучше, а тут надо было вообще автоматизировать, но по другому принципу вообще. Нет, у них таких вообще понятий нет.
Я так понимаю, что у нас есть в горсовете три фракции, да, Попаблок, Наш Край. Четыре. Четыре, да? Да, большинство. Было четыре. Да, ну вот, я так понимаю, Попаблок не будет голосовать, ну, скорее всего, не будет голосовать, потому что... Как показала практика, без Попаблока тоже получается. Да, да, получается определенно, да, это большой успех. Ну, как бы, вот, я хочу акцентировать внимание на подходе, то есть мы не голосуем не потому, что у нас есть другая структура, и мы считаем, что она более эффективная, да? А мы голосуем, потому что наши интересы не учтены в структуре. Потому что, скорее всего, нашего человека там не поставили на директора КП. Или там, скорее, к примеру, там фракция «Наш край», скорее всего, будет очень сильно озабочена, потому что там предусматривается, как вы сказали, серпом или как-то там по-другому, да, с администрациями. В общем, я в принципе, это очень хорошо поддерживаю, да, то есть... Очень хорошая инициатива. Я, кстати, вообще подозреваю, что проект Ростислава Филевского, он такой ужасный именно для того, чтобы, испугавшись этого кошмара, который предлагает Ростислав, народ уже как-то под гипнозом проголосовал за то, что предложит Александр Федорович. Я вам открою некий секрет. Еще когда мы познакомились с Александром Федоровичем, он еще не был Федоровичем, был просто Александром, и более того, совсем даже не был кандидатом в мэры, был просто опытным айтишником. Он мне рассказал об одной хитрости, говорит, что когда вот мне надо продать какой-то проект, то мы, говорит, специально делаем несколько, для того, чтобы было от чего отказаться. И мы знаем, от какого они проекта откажутся. Два, да, чтобы выбрали тот первый. Да, поэтому я вот, в общем, подозреваю, что Ростислав, он выполняет функцию отвлекающего маневра для того, чтобы потом протащить проект Александра. Да, пожалуйста. Давайте все-таки послушаем экспертов, а потом сейчас мы дойдем до вас. Пожалуйста, Станислав. Добрый вечер, уважаемые друзья. Проблема заключается в следующем. К сожалению, полутора лет у громады нет. Конкуренция между регионами и теперь конкуренция между странами. Мы подписали ассоциацию с Европой, и наши специалисты ездят туда работать уже не только рабочими, уже и дипломы наши признают. Поэтому очень большая проблема в том, что времени на раскачку нет. То, что должно было быть сделано за первые 100 дней мэра, это новые заместители, это кадровые конкурсы, это презентация стратегии и видения города, к сожалению, сегодня только обсуждается. И проблема заключается в том, что власть стремится быть властью в понимании не сервисной функции, а в понимании функции управления. Мы выбирали органы местного самоуправления, то есть это горожане для горожан. Горожане – это акционеры органов местного самоуправления. Ну, видите, как депутатам от оппозиционного блока, да, я так понимаю, или от какой-то там пророссийской силы, смешно. На самом деле, это корень, кстати, в том, что украинцы и россияне, украинцы десакрализируют власть, а россияне ее сакрализируют. Вот не нужно власть сакрализировать. Мы акционеры города, и мы имеем право требовать эффективной работы, в том числе и от депутатов. Спасибо. Я, кстати, должен сказать, что Максим, он при всем при том, что он, конечно, представитель абсолютно противоположной политической силы, но, собственно, присутствует здесь сейчас не столько как представитель политической, да, силы, сколько как общественной организации, которая занималась проектом реформирования структуры горосполкома, ну, наверное, последние года полтора. И, в общем, кстати, скажу опять-таки, что на протяжении этих полутора лет мы все время пытались провести передачу, на которой бы об этом поговорили. Нам все время из горосполкома говорили, из горсовета. Не время сейчас, вот еще подождите. Вот выборы придут, вот еще, а потом уже мы все знаем, мы все приготовили. Только сейчас не надо об этом говорить. Так что, в общем-то, то, что мы начали говорить, это самое то. И вы удивитесь, когда узнаете, насколько во многом совпадают, в общем-то, видение Максима с видением Александра Федоровича и Ростислава. Так, хорошо, я вас вижу, пожалуйста, давайте, господа. Кто там из вас хочет? Вы, Ростислав, пожалуйста. Ну, прежде всего, хотелось бы ответить на заданные вопросы. Ну, первое, я готов работать бармалеем, если это будет в пользу города. Второе, опровергну ремарку Александра Федоровича в отношении того, что эта структура является пугалкой, и она разработана в противовес той, которая предлагается исполнительными органами городского совета. Я не делал такую ремарку. Это я делал. Я прошу прощения. Я провокатор. Александр Федорович не возмущался. Вопрос третий. В ответ на вопрос Дмитрия Конарского.
Да, предпринята попытка на сегодняшний день объединить все, ну, условно говоря, обслуживающие структуры, которые есть практически в каждом департаменте, в каждом управлении, уж точно в каждом юридическом лице, в единый департамент, с конечной стратегической целью вывести это в аутсорсинг. Почему? Потому что в данной ситуации, как сказал Александр Федорович, все исходило на протяжении 15-20 лет от того, что есть человек, есть то, чем он умеет заниматься, и под него делается должность, пишутся соответствующие должностные инструкции. Мы пошли от другого. Есть закон о местном самоуправлении, есть соответствующие другие нормативно-правовые акты, которые обеспечивают и предусматривают определенную компетенцию, и от этой компетенции идет построение самой структуры. Поэтому в данной ситуации то, что мы на сегодняшний день видим в качестве страшилки, пугалки в 441 человека, это все то же на первом этапе, без задвоения функций, а это есть местная администрация, которая у нас по районам, переформатирование на базе этих зданий в сервисные центры, для того, чтобы их максимально приблизить к людям и сделать удобство людям, и обеспечить специалистов на земле, на местах, а не в замечательном красивом здании на Адмиральской 20. Спасибо. Давайте послушаем звонок зрителя, потом Олег Мудрак. Говорите, пожалуйста, в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Александр Федорович, меня, как Николаевца, очень беспокоит ситуация, которая сложилась с вот так называемым оппозиционным блоком. Дважды не является уже на сессии. Как вы вообще видите перспективу вот этого оппозиционного блока? Спасибо. Спасибо. Только если можно коротко, поскольку это все-таки не совсем тема программы. Я всегда говорил о том, что можно быть в оппозиции к власти, но нельзя быть в оппозиции к горожанам. Поэтому считаю тем, что оппозиционный блок не появляется на сессии городского совета и не проводит, не берет свою ответственность за те обещания, которые они давали своим избирателям, не приходит в сессионный зал, не берут на себя ответственность, не принимают участие в работе над бюджетом, не комментируют ничего, не защищают, скажем так, избирателя. От вас? Нет, не защищают интересы своего избирателя. Возможно, они как-то отличаются от интересов других избирателей. Это, как минимум, безответственно. С другой стороны, оппозиционный блок мотивирует свое отсутствие в зале давлением на них со стороны власти. Городская власть не осуществляет никакого давления на оппозиционный блок. Другого давления мне неизвестно. Я сказал, что я противник любого давления, потому что нельзя осуществлять давление на органы местного самоуправления, чтобы они могли нормально действовать и исполнять свои обещания перед избирателями. С другой стороны, хочу сказать, что при этом, при всем, непозволительно органам местного самоуправления, депутатам и другим работникам коммунальных предприятий осуществлять незаконную деятельность, в том числе и на своих рабочих местах. Неэффективную рабочую деятельность. И если такая рабочая деятельность есть, я буду только способствовать органам, силовым структурам, для того, чтобы они разбирались в этих фактах, и люди, которые нарушают закон, были наказаны. Если оппозиционный блок принял такое решение, я могу сказать, что, по-моему, это не рассудительно. Вот так. Спасибо. Пожалуйста, только очень коротко, пожалуйста. Я думаю, живым примером в данной ситуации есть то, как принимали механизацию улиц, уборку. Да? Я считаю, что оппозиционный блок сегодня не то, что не уважает горожан. Я считаю, это коммерческая коррумпированная фракция, которая лоббирует свои интересы и своими действиями пытается дискредитировать сегодня власть в том направлении, где она пытается сегодня работать. Как бы нелегко ни было, но они сегодня своими действиями показывают глубокое неуважение к своим горожанам, лоббируя свои интересы. Спасибо. Я прошу эксперта. Я прошу режиссера не давать звонки, пока не выскажутся четыре наших человека, потому что уже просят. То есть Евгений Воловой и здесь у меня еще. Пожалуйста, зрители, подождите, вы обязательно попадете в эфир или, если что, напишите на Facebook. Пожалуйста, Евгений Воловой. Краткая ремарка по поводу давления. Давление кем? За что? Кто оказывает давление? Есть Александр Нойниц, у которого есть любимый хэштег «Это не мы». Ярослав, если вы превысили скорость на дороге, и вас остановила полиция, это давление? Безусловно.
У меня есть один знакомый депутат, который стал депутатом только для того, чтобы иметь возможность пьяным ездить за рулем. Если там Жайворонка приволокли в суд за подозрение, что он взял взятку, это что, давление или что, я не могу понять? С каких Конечно, пор давление. У нас буква закона становится Конечно, давление. У нас вон исполняющий обязанности генпрокурора говорит, ну что вы в самом деле к людям прицепились? Не давление, за, это если мы берем сбитыми и будем их пугать. Вот это давление, я так понимаю. Хотя но это не наши, наши методы. Хочу по блоку порекомендовать, пусть обращаются ко мне, я им расскажу, что такое давление в период 2010-2014 года, которое их силами и под руководством их вождей, да, осуществлялось на нас, на оппозицию. Вот я им этим поделюсь. Но это была ремарка. Теперь вопрос к Александру Федоровичу. Прозвучала хорошая фраза «автоматизация», да, как функция, да, той оптимизации, о которой мы говорим. Так уж случилось, что волею судеб я немножко помогал компьютерным, айтишным волонтерам Айгову, вы слышали, да, о них, о продвижении их услуг в областном совете. Благодаря тому, что, в общем-то, состоялось общение с Вадимом Ивановичем Мериковым, было подписано соответствующее разрешение, и сегодня первая услуга начала осваиваться. К сожалению, очень медленно, но таковы реалии. Вот меня интересует вопрос, связанный с городским советом, с уровнем оказания электронных услуг, и даже хотелось бы услышать не то, что делается, а когда. Можно встречать? Да, ну, конечно. Ну, в первую очередь, я бы хотел сказать, что если вы меня спрашиваете про электронные услуги, да, не скрою, как бы имею в этом образование, в разработке программного обеспечения, и могу сказать, что в создании любого программного продукта, как и в создании чего-либо в этой жизни, нужно в первую очередь понимать техническое задание. Техническое задание – это то, на базе чего создается все. Техническое создание – создание чашки, программное обеспечение аппарата муниципальной власти. Прежде чем описывать техническое задание, нужно понять не как, как организовать, а зачем. Зачем создается эта структура, чем она будет заниматься, а потом как организовать ее работу. То есть техническое задание – это документ, в котором описаны все процессы, протекание процессов, перемещение данных из одной структуры в другую, и на базе этого технического задания можно разработать программный продукт. То, чем сейчас занимается Валентин, он занимается изучением и оптимизацией продукта, то есть процессов и перетекания данных. Программный продукт – это три уровня, три слоя. Первый слой – уровень представления, это то, что вы видите на экране. Второй – это уровень бизнес-логики, это то, чем занимается как раз Валентин. Процессы. Документ пришел оттуда, он попал сюда. Здесь его подписали, он ушел туда. И уровень данных. Уровень данных – это то, где все эти бумажки, буквы и все остальное хранится. Так вот, для того, чтобы разработать нормальный программный продукт, который будет работать и который будет работать на благо города, мы не должны подгонять структуру города под программный продукт. Мы должны разработать техническое задание на этот продукт. Хотелось бы еще, если позволит, я поправлю. Это не провокационный вопрос. Анализируем. Я просто услышать хочу, когда мы можем рассчитывать. Я хочу рассказать о планах. Да. Этап внедрения системного менеджмента качества в орган местного самоуправления – процесс, который может занять от 6 до 8 месяцев. В чем основная задача? Задача – отделить политика от чиновника. У большинства горожан, после того, как мы сосредоточились 2 года назад на том, чтобы изгнать политиков, которые не держат свои обещания, и более того, угнетали нас, сегодня сосредоточилась вся тяжесть и озлобленность на нищенское, по сути, прозябание, которое, к сожалению, сейчас силами, так скажем, структур, скажем, монопольных, да, давление оказывает на простого горожанина, на простого украинца. Все теперь злость и агрессия выливается на власть. Власть ассоциируется с той политикой, которая до сих пор была врагом. Так вот, надо попередников обвинять. Государственный служащий – это в первую очередь горожанин. Государственный служащий – это человек, который обязан давать сервисную услугу. Так вот, задам вам вопрос, господа. Кто в предыдущих структурах проводил детальный разговор, беседы с государственными служащими и с тем, что им мешает выполнять свои обязанности качественно?
Какие ответы вы слышали в первую очередь? Вообще, я прошу прощения, не о том говорить. Был задан вопрос об электронном правительстве города. Когда заработают электронные услуги? Причем тут одно к другому, причем тут политика. Мы говорим о том, что... Я вам больше скажу. В городе Вознесенске, Николаевской области, эти электронные услуги работают уже давно в количестве 4 штук. А в Николаеве до сих пор нет. Хорошо, как повлияло это на жизнь Вознесенска? Неужели в Вознесенске нельзя посоветоваться с тамошним мэром, как они это сделали? Как и для чего? В каком году это заработало? Не могу сказать. Как это повлияло на жизнь Вознесенска? Какой результат мы достигли в Вознесенске благодаря этим услугам? Ну так спросите. Так я это не так далеко от Николаева находится. Смотрите, у нас происходит очень интересная ситуация. Мы сосредотачиваемся на форме. Но мало думаем о содержании. Обсуждая структуру и квадратики, мы говорим о том... Структуризирование структуры исполнительного комитета не позволит убрать прослойку чиновника, вот эту коррупционную составляющую, если будут введены электронное правительство. Оно не позволит убрать эту прослойку? Вы считаете, что от того, что поступивший документ, бумага, будет сканироваться оборудованием, которое надо закупить, отправляться, бумага складываться в архив? Как не о исполнителе бумажечек, а о чиновнике как коррупционной составляющей, то есть прослойки между принятием решений и человеком, гражданином, который обратится за какой-то услугой. Вот я о чем говорю. Тогда давайте говорить о не услуге, а о прозрачности, возможно, бюджета. Валентин, мне кажется, что вот от теории мы можем перейти к практике. Ростислав готов что-то сказать, пожалуйста. Валентин, ну, внимательно слежу и следил, разрабатывая структуру за вашими постами на Фейсбуке. Особенно меня умиляли фотографии с существующими чиновниками, которые, в принципе, радовались тому, что с ними наконец начали общаться, но при этом не совсем понимали, чего от них хотят. И возвращаясь, собственно, к началу передачи, когда в первой минуте я говорил о том, что мы должны для себя принять стратегическое решение. Мы будем учить старых собак новым трюкам или мы будем создавать что-то новое? То, что сейчас происходит, да, анализ нужен, но на сегодняшний день этот анализ похож на взбивание масла из воды. Ростислав, вы называете людей второй раз... Не людей, ни в коем случае. Это не людей, то есть чиновник не человек, по-вашему, и не горожанин. Простите, я сам был чиновником, и я, как никто другой, могу сказать, как в этой шкуре... Что вы все-таки были собакой, а теперь вы стали уважаемым человеком. Как в этой шкуре я себя чувствовал, и в данной ситуации я могу сказать, что... Поднялись, что вы хотите сказать? Но... Валентин, вы мне напоминаете историю, которую рассказывал Сергей Довлатов из своей практики работы в эстонской газете. Они там решили давать уроки эстонского языка в смешных картинках. У них была такая картинка. На дороге в день ненастный повстречали зверя. Зверю мы сказали здравствуй, зверь ответил тере. На уровне партийного руководства Эстонии разбирался вопрос, что эстонцев обозвали зверями. Поэтому мне кажется, что вы как-то все-таки слишком буквально понимаете то, что говорит Ростислав. Или, может быть, это как это, знаете, латентная готовность считать чиновников собаками. Несколько раз фраза, понимаете, повторенная, она становится уже догмой. Ну, давайте не переходить на личности. Александр Федорович, вы готовы что-то сказать, и потом здесь, да. Я хотел бы закончить свой монолог. Значит, первое. Что интересует обыкновенного горожанина? Вот он в квартире у себя сидит, и на него льется с крыши. Его интересует структура. Его интересует, сколько там замов у городского головы. Его просто интересует, чтобы у него не текла вода на голову его, с потолка. Вот это что его интересует. Мы здесь с вами обсуждаем высокопарные такие, ну, материи, высокие материи, кидаем высокопарные фразы. На самом деле, вот то, над чем мы занимаемся, это оптимизация не структуры, а оптимизация процессов. Мне нравится, когда говорят, давайте сократим структуру чиновников и отдадим на аутсорс. Бриллиантово. Конечно, мы можем. Сейчас мы платим водителю 2500 гривен за то, что он работает водителем. Мой водитель работает, сегодня он приехал в 7:20 ко мне, забрал меня. И уедет, потому что мы сейчас после передачи едем расписывать почту, где-то в 11. У меня 2 водителя. То есть у меня вообще в структуре горосполкома у меня 2 водителя. Потому что с такой они не могут работать. Ну, всегда так было. 2 водителя. Давайте отдадим на аутсорс. Без проблем. Это будет машина, принадлежать компании.
И водителям мы будем платить 7,5 тысяч. Кто вам 8. Кто вам сказал? Я да? Этот же водитель со своей машиной придет к вам, зарегистрируется как его предприниматель и будет с вами это работать не его за 2,5 тысячи. Поверяю вас. Нет, поверь, будет, не будет. Не будет он работать за 2,5 тысячи. Давайте спросим у него. Пожалите, я вижу, сейчас у вас рука затекла. Бесплатные водители для... Подождите. Дайте закончим. Дайте объявление. Я вам, смотрите, я вам зуб даю. Вот даю зуб, что когда... Перейдем мы на ОСМД, когда мы избавимся от этих ЖЭКов, которых ненавидят все жители. Поверьте мне, стоимость услуги с гривны 20, ну, подскочит, ну, раза в 3, как минимум. Будут ли ее платить? Вот вопрос. А вот это уже другой вопрос. А, это но первый вопрос. В том-то и дело, ЖЭКами все недовольны, все не хотят, ну, когда говоришь людям, давайте создадим ОСМД, давайте сами будем управлять своими финансами, что говорят жители? Не хотим, давайте нам ЖЭК. Но этот ЖЭК тот, который... Не все, согласен. Ну, очень мало жителей, которые хотят создавать ОСМД. Я уже провожу статистику, 20% пока против. Ну, поверьте мне, у нас впереди, у нас впереди мы посмотрим. Мы посмотрим, впереди у нас очень много изменений. Давайте послушаем. Позвольте, я уже все, финализирую. Только не уходите. Когда мы говорим о том, что мы оптимизируем структуру, мы должны говорить о том, что мы оптимизируем процессы, мы оптимизируем... создание ценности. Создание новой ценности у сервисной структуры горосполкома. Ее невозможно сделать за один месяц. Мы говорим про то, что должна быть через 3 месяца или через месяц стратегия. Дорогие мои, да, стратегия Львова, начали писать ее в 2008 году, они ее до сих пор пишут. Она половину меняется. Написали. Что-что? Половину написали. Значит, компания Deloitte сейчас занимается. Сейчас мы ведем переговоры, я не хотел, ну, как бы, где-то это анонсировать, но на самом деле, вот еду, очень хотелось бы попасть в проект Twin Cities, то есть когда-то Львову и Донецку разрабатывали стратегию компании Deloitte. Сейчас мы пытаемся сделать, чтобы это был Львов и Николаев. Сейчас мы вот 21-23 числа у меня встреча с компанией Deloitte. То есть стратегия это не просто там какой-то мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним. Это серьезные как бы, процессы, которые должны быть описаны, стратегические цели, оперативные цели. То есть и то же самое со структурой. Ее просто нельзя взять, нарисовать, этих выгнать, этих поставить. Надо описать процессы. Нужно понять, сколько человек будет исполнять эти процессы, а потом уже описывать структуру в количестве. И, спасибо. И подожди, когда вы видите это? Когда я вижу это? Октябрю, думаю. Я думаю, что где-то да, к ноябрю даже. И еще самое главное. А сделать электронную услугу – это забить костыль. А сделать электронный документооборот – это совершенно другое. Ведь на самом деле документ сейчас с услуги попадает чиновнику, опять же чиновнику скачивает сайт, начинает его там делать, забивать, получать, потом обратно загружать на этот сайт. Это костыль. А когда документ попадает, проходит все процессы и выпадает туда, когда с одной стороны называется фронт-офис, уровень представления, когда сидит девочка, которая ничего не соображает в документах, у нее есть программка, которую она нажимает, такая, знаете, как это называется, при установке, мастер установки, да, вы когда что-то установите, там мастер, то же самое, мастер принятия документа, возьмите, поздоровайтесь, она, здравствуйте, возьмите документ, взяла. Следующий документ взяла, следующий нету, ставим на паузу, приходите с документом, понимаете, да? Значит, вернетесь, у вас номер такой-то, приходит человек, говорит, у меня номер такой-то, можно продлить, да, продолжаем. То есть заканчивает, и эти документы уходят другому человеку, который сидит даже не в этом здании, он сидит, может быть, даже в другом городе. Этот человек принимает документы и просто их обрабатывает и делает. Что нужно сделать, чтобы убрать коррупцию? Нужно убрать человека от принятия решений. Должен принимать решение компьютер или, ну скажем, логический вывод. Да, но все равно человека мы не можем убрать, потому что ситуации разные. Где-то там человек получил, не вступил в наследство, где-то еще что-то произошло. То есть, давайте я не буду превращать эту передачу в мою личную, но скажу, что это очень серьезно. Внедрение электронного документа оборота и внедрение электронных услуг – это разные вещи. Мы можем сейчас внедрить 20 услуг, 50 услуг. Но как они будут работать? Это просто будет электронный прием документов. Это ширма. Поэтому мы работаем над этим. Мы сейчас, Валентин, как раз его основная задача – это описание процессов,
потом их оптимизировать мы будем, а потом под, эту, под эти процессы делать... Два слова буквально. Спасибо. Валентин, подождите, час ждет советник мэра, и как-то совсем даже неприлично. Он на протяжении всего общения с мэром не мог этот вопрос задать, а сейчас задаст его в эфире. Я не хочу задать вопрос мэру, я хочу просто как бы немножко высказать мнение. Мы что же обсуждаем саму структуру, углубились в детали. Да, ну Андрей участник рабочей группы. Да, с моей стороны как бы хочется, чтобы само формирование новой структуры немножко строилось на других принципах, чем, ну, чем раньше. То есть не под людей конкретных расписывались квадратики. Ага, кто у нас есть в наличии? Иванов, Петров, Сидоров. Ну, значит, ты будешь это. А под какие задачи стоят перед городом? Во-вторых, никто не говорит, что, допустим, ну, новая структура открывает путь к конкурсам. То есть, как бы, текущие сотрудники выходят за штат, и получается, на многие должности можно будет сделать конкурс и выбрать как бы более эффективных чиновников, потому что ни для кого не секрет, что просто так уволить человека по КЗОТу довольно-таки сложно. Вот. Ну и третий вопрос, самый момент, главное, чтобы это все теперь происходило, ну как более-менее в процесс, ну в рабочей группе публично, а не зашли там депутаты к мэру, расписали квадратики и разошлись. Спасибо. Рука уже затекла у Андрея Острова, пожалуйста, если он не передумал. По-моему, он даже засыпать начал. Первая ремарка. Я не сторонник рубить с плеча, поэтому я категорически против такого, дайте нам хоть одну электронную услугу, быстро, вот Вознесенск смог, а мы не сможем, дайте что-нибудь. Это первый момент. Второй момент, я бы, наверное, дискуссию хотел бы повернуть вот какое русло. Мы в самом деле стоим на разломе такой очень интересной специфики. У нас есть постсоветская система управления, планово-экономическая система управления. И вот это то, что сейчас идут рассуждения о каких-то опять дайте вот в стиле дайте услугу или за 100 дней увольте всех, быстро-быстро увольте, постройте их, выгоните всех. Это крайне глупо. Я считаю, что это передергивание фактов и формирование неправильного мнения у зрителей. Я сторонник системной работы. Для того, чтобы разрушить можно все, сделать одну услугу можно, и вы будете, и будет одна услуга, но больше не будет ничего. Поэтому я бы хотел больше услышать, ну, сегодня от мэра я хотел бы услышать, смотрите, вы говорите часто очень о стратегии, говорите часто о каких-то процессах, которые люди в принципе, ну это красивые слова для бизнесменов, бизнесмены вас отлично понимают. Но простой гражданин должен понимать, у меня через месяц будет это, через два месяца будет это, и вот я присоединяюсь все-таки коллега Мудрака вопросу, давайте сделаем так, вот вы сейчас можете сказать горожанам, когда у нас будет все услуги электронные, когда у нас будет такая система муниципального, как вы сейчас называете, управления, которая позволит горожанам не добиваться решения проблем по принципу «я больше всех наорал в Фейсбуке» или «пошел с флажком постоял, и мне починили мою крышу», а когда это будет на автопилоте. Вот мы, собственно говоря, для этого вас в город и избирал. Спасибо. Спасибо. Александр Федорович, потом Дмитрий Талпа. Да, пожалуйста. Да. Ну, смотрите, чем проще система, тем проще прогнозировать ее работу. То есть, если, например, у меня в руках чашка, то я могу сказать, что у меня два варианта. Либо я ее унесу с собой, либо я ее поставлю. Да? Ну, как бы то же самое, если мы говорим о том, что вот есть система, она простая, мы можем прогнозировать, что через такое-то время там, у нас закончится бензин и двигатель остановится. Но если мы говорим о системе, которая зависит от большого количества людей, от их работы, от их обучаемости, то планировать о том, что когда у нас случится вот это вот счастье и социализм, о котором вы говорите, да, когда все у нас будет работать. Я о социализме не говорю. Я вам скажу, через 30 лет. Через 30 лет у нас будет все хорошо. Вот встретимся. Не будет, да? Гарантированно. Значит, смотрите, может быть через 50. Да. Значит, что я могу сказать? Я могу сказать, что вот это вот отношение к государственной власти, к муниципальной власти, мы вас выбрали, вы нам сделаете. А мы зададим вопрос, когда? Когда вы это для нас сделаете? Я считаю, что каждый николаевец должен включиться в эту работу. Не сидеть и ждать молчаливым зрителям, когда же там все у нас поменяется, когда, Сенкевич, мы же его выбрали, одного на 500 тысяч. Давай, красавчик, работай. Мы будем смотреть и спрашивать, когда ты нам не будешь перестанешь. Надо запретить такие вопросы. Когда ты нам перестанешь гадить в лифте, мы будем спрашивать Сенкевича. Понимаете? А да, Обама там и Сенкевич, когда перестанут гадить у нас в лифте. Вопрос простой. Смотрите. Через 30 лет.
Вопрос такой, смотрите. Ведь на самом деле не Сенкевич же переворачивает урны. Вы знаете, мне было очень стыдно, я уже, маленькая ремарка, мне было очень стыдно, мы приехали к нам гости из Нилюфера, вот просто постоянно говорю это, из нашего города побратима, из Турции, и я повел их на Нижнюю набережную прогуляться. Перед этим спросил службы, отзвонилась и спросил, у нас там все в порядке? Они говорят, да, все в порядке, мы вчера в пятницу вечером проверяли. В субботу мы идем с утра, если бы вы видели, какой там был бардак. Коробки от Макдональдса. Пакеты, все, с пятницы на субботу, свинство везде, просто. И кто это сделал? Это сделали наши любимые николаевцы. Или Сенкевич опять это сделал. Вот вы знаете, Александр, Черновецкий так же говорил, это же не я мусор бросал, вот, говорится, берите и отнесите. Секундочку, я хотел самое главное сказать. Я хотел сказать, что урны при этом все, я сфотографировал это, урны были пустыми. Урны были пустыми, а возле скамеек было накидано, нагажено. И вот здесь, я уверен, что люди, которые ходили рядом, они видели, что это происходит. Они могли сделать замечание. Ведь город наш чистый, лучший, красивый, начинается с каждого из нас. С нашей ответственности. С нашей ответственности за наш дом. С нашей ответственности за нашу работу. Почему у нас так случилось? Я считаю, что только по одному. У нас 70 лет отучали, что нет ничего нашего. То есть нет ничего твоего. Есть все наше, общее. Если общее, то ответственность тоже общая. Если ответственность общая, значит ничья. Значит не моя. Вот поэтому ответственность за дом не хотят брать. ОСМД не хотят создавать. Контролировать финансы не хотят. Зато контролировать Сенкевича могут и любят. Городская власть, да вообще, горожанам не должно быть вообще. Как, сколько там людей работает? Как они работают? Должно быть, они должны видеть, так, все чистенько, красиво, крыша не течет, асфальт ровненький. Да, именно этим мы сейчас занимаемся. А вот этим должна заниматься городская власть. Как настроить работу и, самое главное, контроль. Потому что сейчас тот, кто выполняет эту работу, тот ее и контролирует. Спасибо. Ну, я хочу вот наконец-то, уже полтора, час уже, да, мы в эфире, вот наконец-то дать слово Дмитрию Талпе, потому что он как раз вот тот самый гражданин, которому не все равно, который действительно на собственном опыте проверяет, как работают механизмы городской власти, еще всем об этом рассказывает. Пожалуйста, Дмитрий. Добрый вечер. Александр Федорович, мы вас выбирали, чтобы вы работали. Вот вы нас должны тоже слышать и понимать. Касательно чиновников, у меня такой вопрос, а интересно ли им реорганизация такая, которую мы пытаемся делать? Я уверен, нет. Вот сейчас мы сделали с небезразличными гражданами социальную акцию «Чиновник помнит, ты работаешь для людей». Вот. Разместили на бигбордах. Вы думаете, какая реакция у чиновников на меня сейчас? Я вам передать не могу. Двери закрываются. Я стал ходить с видеооператором. У меня проблемы усложнились. Хотя я первый раз попытался сделать... Да, перестань ходить вообще. Мне говорят, перестань ходить в принципе к чиновникам, не ходи к нам. У меня просто нет слов. Хамство. Не надо было ходить. Правильно, так я вот расскажу. Вы в курсе, да, ситуации? Я 3 дня проходил для того, чтобы получить документ, который получается в цифровом виде, в принципе, за 3 минуты. Или же даже в ручном варианте за 3 минуты. Чиновники не заинтересованы в том, чтобы делать нам комфорт. Мне кажется, у них такое ощущение, что мы, знаете, как, наверное, в Индии и кастовость должны они ощущать. Где мы, где они. Мы должны приходить на поклон. Обратил внимание, к некоторым чиновникам, теперь появляются чиновники в кабинете. Самое страшное для меня было увидеть, когда открывается дверь к чиновнику в кабинет, и вот на полусогнутых пенсионер на уровне ручки голову просовывает и говорит, а можно к вам? Вы представляете, до какого состояния довели наших граждан? Чиновники. Я попрошу, вот спасибо господину Бельскому, который пытается наладить общение с чиновниками, какой-то диалог. Недавно присутствовал с ним на круглом столе. Я хотел спросить у вас, Дмитрий, а в какой кабинет они заходили? Вот эта бабушка, в какой кабинет она заходила? Я вам сейчас скажу, к архитектору нашего города, к исполняющему обязанности, к архитектору города. А зачем она туда шла? Вы знаете... Какого черта она там поперлась? Спросили у бабушки вообще? У меня просто вопрос, зачем она шла к архитектору? Александр Федорович, я не знаю, может быть что-то узаконить. Может построить что-нибудь хотела. Могу вам сказать по поводу архитектора, я могу предположить. Хотела взятку, да? Александр Федорович, ну я думаю, вы знаете, что архитектор, исполняющий архитектора обязанности, сейчас отказывает абсолютно всем. И недавно услышал, вначале думал шутка, что даже коммунальная... Когда-то у людей была собственность коммунальная, потом люди ее
приватизировали, взяли там в свои руки, как и сейчас продлевают документы, архитектор не дает визу, говорит, что не положено. Как-то так, не положено, раньше что? Был объект, который раньше был в коммунальной собственности, потом объект стал собственностью предпринимателя, так. И он продлевает документы, и исполняющий обязанности архитектора не продлевает документы. Мне кажется, вы что-то путаете, право частной собственности у нас пока никто не отменял, а бабушки должны ходить не по кабинетам и двери заглядывать, а в центр предоставления административных кстати, услуг. Кстати, это большая проблема, Дмитрий, правильно вы сказали, что в горисполкоме даже нет навигации никакой. Нафигации. Ее выполняет охрана. И знаете, куда охрана направляет людей? Знаю. В канцелярию. А канцелярия выполняет сервисные службы вопрос. Сейчас, нас зритель ждет. Сейчас, Александр, сейчас будет конкретика. Подождите, господа, так, Дмитрий закончил, да? Дмитрий, давайте как-то уже ставьте точку. На паузу, на паузу поставьте, давайте ответим. Дмитрий занял уже на паузе, так, хорошо. Тогда давайте все-таки послушаем зрителя, потому что он наконец-то прорвался и терпеливо ждет своей очереди. Говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Спасибо вам за передачу, я смотрю ее постоянно и благодарю за очень хорошие темы. Хочу обратиться к Александру Федоровичу и поблагодарить его за то, что он поднимает очень важные моменты и вопросы. Как простой горожанин, я благодарю его, меня зовут Нина, за то, что он поднял такой вопрос, что мы, в первую очередь, граждане все, вы все себя ощутили, так же, как и мы, виноваты и обязаны следить за чистотой города. Я сама была в Турции, и это восхищается этой красотой и чистотой. Но должна отметить город Ильичевск. 4 года я там отдыхала, и урны стоят через каждые 10 сантиметров. Так у нас урны стоят, а в них не кидают. И там тоже чисто. Еще благодарю за то, что департамент вот все-таки будет работать для людей. Я в это верю, в тот проект, о котором говорит Александр Федорович. Хочу вам предложить, чтобы заработали законы. А закон есть, пожалуйста, дорогие сограждане, кто слушает, не курите на остановках, не бросайте окурки на землю, вообще бросайте курить. Спасибо. Я должен сказать, что я сам стал свидетелем маленького чуда. На протяжении месяца мы пытались как-то вот помочь физкультурному диспансеру. И у меня тут даже был руководитель департамента коммунального хозяйства, господин Палько. И он тут через неделю от меня только узнал, что оказывается у него там лежит письмо на него. И он как-то вот не видел почту. В прямом эфире узнал. Я ему предложил на каждый прямой эфир ходить. Я буду ему напоминать о том, что у него есть почта. И только после того, как у нас здесь побывал Александр Федорович, и вот Андрей Острев у него спросил, а что ж такое, как же так, то вот сегодня утром там наконец-то навели порядок. Александр Федорович, вы наше все. И поскольку вы наше все, то все остальное в виде департамента, как я понимаю, не нужно так же, как не нужны все остальные администрации. Я вижу всех желающих сказать. У Евгения Волового была реплика, пожалуйста. Да, просто хотел бы напомнить такую краткую реплику, которую озвучивал, кажется, Павел Шеремета на стратегии развития. Да, он выступал, но это реплика не его, это реплика Билла Парслоса, это известный тренер американский. Вот, в переводе на наш язык это «Нікого не звинувачуй, нічого не очікуй і щось зроби». Вот это вот третье, это у нас, наверное, основополагающее. У нас все любят критиковать, у нас все знают, как правильно. Я это убедился, как бы, об этом, ну, то есть, в течение там последних полутора-двух лет десятки людей, да нет, сотни людей приходили и говорили, как будет правильно сделать. И учили, и рассказывали, как нужно делать. Никто ничего толком не делал, но все знают, что именно вам посоветовать. По поводу, как заставить чиновника работать, почему он не работает, как его мотивировать. В работе Ростислава, кстати, там немножко уделено этому внимание. Он предлагает ввести KPI-показатели. Я не уверен, ну, знают ли телезрители, что это такое, или там половина студии. В общем, неважно. Суть в том, что, допустим, вы, Ярослав, сняли одну передачу в месяц, вам заплатили 1000 гривен. А сняли вы 10 передач в месяц, вам заплатили 10 тысяч гривен.
Это KPI показатели. Ну, предварительно прописав... То есть я так уже начинаю считать, сколько же я заработаю при таком подходе. Предварительно прописав, естественно, техническое задание, которое разрабатывает Валентин, предварительно определив стандарты качества. Вот. Я вам объясню, что произойдет на первом этапе, когда это введут. Не галдите, пожалуйста, вас не слышно. Ведет KPI, и он будет общаться вот с теми тетями, с которыми общался Валентин, то я вам точно скажу, что через неделю количество обрабатываемой информации вырастет в десятки раз. И вам придется, соответственно, заплатить. Но потом, конечно, спросите, а почему же вы раньше этого не делали? Что вам мешало? Почему вы раньше не платили? Обрабатывать, ну почему вы тратили 30 дней, обрабатывая элементарный гражданский запрос, в то время как девочка в чате Приватбанка обрабатывает вас за 3 минуты. А в других чатах, я могу быть уверенным, там обрабатывают еще быстрее. Понятно. Ярослав, коротко, пожалуйста, у нас ждет зритель, и потом здесь, да, буквально говорите. Очень да. Коротко. Угу. Поднят вопрос эффективности. Угу. На сегодняшний день, к превеликому сожалению, вопрос эффективности упирается в количество бумажек, которые отписаны. А то количество бумажек, которое на сегодняшний день отписывается, это есть определенные формы, в которые вставляются отдельные фамилии, цифры, адреса, и которые по отдельным исполнительным органам совета являются неизменными. Вот когда поставится задача и эффективность будет меряться по количеству решенных проблем и вопросов горожан, вот тогда мы будем говорить о KPI. Показатели. Нужно определить, пока что есть показатели. Пока в товарищах согласия нет. Александр, давайте, пожалуйста, и потом звонок зрителя. Пожалуйста, дождитесь. Мы все прекрасно понимаем, что для решения того либо иного вопроса в городе, либо для реализации чего-то необходим бюджет. Выделение средств для этого. И сегодня понимаю ту ситуацию, которая происходит в городском совете, где однозначно выносится потом на обсуждение и принятие решений на городскую сессию, где принимаются эти решения. Но сегодня, глядя на действия оппозиционного блока, мы знаем, что это фракция большинства сегодня, в принципе, да, они сегодня искусственно создают такие условия, чтобы, я сейчас не говорю о том, я скажу вам честно, я не совсем понимаю в этих электронных моментах, либо там в условиях чего-то, но я четко понимаю сегодня, что в любом случае будет сложно, когда есть эти политические войны, когда они хотят голосовать на благо наших горожан или на благо реализации тех проектов. Я вам скажу честно, Ярослав, помните про социальный проект пляжа Чайка? Да. Предыдущая власть так возможности и не дала его реализовать. Искусственно создавая условия нам, мы даже не дошли с этим вопросом до депутатской сессии. Я убежден в том, что сегодня, пока будут присутствовать в городском совете политические войны, коммерческие фракции, я их так назову, то, наверное, мы не скоро достигнем того, о чем мы сейчас все здесь говорим. Спасибо. Давайте послушаем зрителя и дальше продолжим с теми. Да, Марин, да, я вас вижу, да. Да, пожалуйста. Говорите вы в эфире. Спасибо, студия. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, я, наверное, буду нестандартной, и я хочу защитить наших чиновников. Вот я прослушала сегодня всю вашу передачу, и такое ощущение, что у нас есть чиновники и есть бизнес, а горожане где-то выпали очень глубоко в глубокую пропасть. Собственно, сейчас речь идет не о защите прав горожан на получение каких-то услуг. Мы не часто так и получаем эти услуги, эти справки и все остальное прочее. Я вот второй раз слышу вас на передаче, выступает предприниматель Сталпа. Так вот я хочу сказать, вы знаете, что вот такие предприниматели, вот бизнес у нас таким образом построен, украинский бизнес, что они сами развращают чиновников. Они заставляют их принимать, будем говорить, незаконные решения и по отведению земли, и еще по каким-то там вопросам, по каким-то там объектам. И потом, когда они не получают этого, они говорят, а чиновник такой и непорядочный. Поэтому покажешь, когда ты потом скажешь после передачи. Не рассматривайте, пожалуйста, государство или муниципальные службы как какое-то корпоративное управление. Это человек, это люди, за этим стоят люди, горожане. И, пожалуйста, все эти услуги, все эти разговоры, предприниматели, вы придержите, пожалуйста, свои амбиции, потому что у нас бизнес фактически больше наносит вреда городу, чем обычный горожанин, который сейчас, просто перевернет урну.
Спасибо, Дмитрий. Я вам хочу сказать, я когда-то, у меня был разговор с представителем одного из банков, ну, такой банк небольшой, я говорю, слушайте, у вас так хорошо, приходишь, тут действительно как-то вот тебе и рады, и помогают. Я говорю, пошел там в другой большой, а как бы там по кругу запустили. Я говорю, ну, что вы хотите, клиентов много, работать мешают. Так вот, я понимаю, что вот много вот вас вот предпринимателей, мешаете вы чиновникам. Марина, пожалуйста, я вижу вас, Дмитрий, дайте сначала Марина. Ну, хорошо, давайте отвечайте, но тогда потом сразу за вами Марина. Отвечайте, пожалуйста. Второй этаж был исполкома, я вас услышал, спасибо большое, очень приятно. Вот, а по поводу меня как предпринимателя, я за год заплатил 197 тысяч гривен городской громаде, не считая налоги. Если я что-то делаю не так, я думаю, милиция бы давно занималась бы мной. Да, спасибо, вы бы точно об этом побеспокоились. Пожалуйста, Марина. Подождите, вас не слышно, пожалуйста, секундочку. Да, пожалуйста. По поводу эффективности. Мы говорим о политических войнах, бюджете и так далее. Это все очень важно. На самом деле, чаще всего сталкиваются горожане именно с проблемами чиновника. Какая проблема? Основное присутствие на рабочем месте. Недавно, несколько раз, в течение нескольких дней приходилось посещать департамент ЖКХ. На работе никого нет. Ни директора департамента, ни зама, ни начальника отдела. Канцелярия закрыта, никого нет. Элементарно сдать, я знаю департамент ЖКХ, все кабинеты наизусть. Я не могла никого найти несколько дней. Просто-напросто идите туда, идите сюда. Люди просто разворачивались и уходили. Это проблема. Дальше по тому же департаменту исполнение обязанностей их. Я обслуживаю одно из предприятий, которое предоставляет услуги по жилищно-коммунальным услугам. Так вот, приходит жалоба в департамент, которая скидывается в ЖЭК. Юрист ЖЭКа или начальник ЖЭКа, директор ЖЭКа отписывается, скидывает ответ в департамент, и департамент отдает ответ уже жильцу, там, гражданину. Что они делают в данный момент? В данный момент фактически нет. Я рассматривала структуру ЖКХ, в какой-то момент я тоже подавала свое видение именно по департаменту ЖКХ, как бы с ним больше сталкиваюсь. Большинство отделов дублируют одни и те же обязанности. Это очень большая проблема, на самом деле они не нужны. И хотелось бы их не столько сократить, а там есть люди, которые компетентны действительно, специалисты, которые очень много лет работают и знают, они могут совмещать в себе несколько отделов. То есть зачем аудиторский отдел, там, бухгалтерский отдел, там, еще что-то, если это одна и та же сфера. Вот. Ну, я не видела, на самом деле, вот, Ростислава, структуру полностью не изучала, честно говоря, но вот хотелось бы именно вот в таком плане видеть, максимально сократить. Спасибо, Дмитрий, ваша реплика, и потом сюда, на гостям, пожалуйста. Я еще раз... А, еще Станислав был, да? Да, пожалуйста, так говорите. Хочу напомнить о таком шутливом законе Сирила Паркинсона, который гласит, что количество выполняемой работы никоим образом не коррелирует с количеством людей, которые ее выполняют. Тем более, более того, он там достаточно так смешно это все описывал, что может быть даже обратная пропорциональная зависимость. Поэтому это так к слову, потому что не стоит рассчитывать на то, что один человек и там, похожий на него внешне другой человек выполняет работу одинаково. Нет, это не так, они будут ее выполнять по-разному. И вот это как раз и есть основа того, как нужно относиться к работе. То есть Валентин правильно сказал, что это сервис. Это просто такая организация, которая будет обслуживать горожан. А что есть сервис? Это отношение к человеку в первую очередь. И все. И дальше уже автоматизация, и дальше девочка, которую упоминал Александр Федорович, которая нажимает кнопки там, зеленую или красную. Вот оно так должно выглядеть. И именно, скорее всего, об этом говорил Дмитрий, когда опубликовывал там вот эти свои похождения в горосполкоме, злоключения, скажем так. У меня сразу тогда родилась идея, что раз вы не можете выделить там структуру, там какие-то деньги, то есть вот эта вся бумажная волокита, связанная с реорганизацией, я вам предлагаю просто поменять местами начальника и лучшего из его подчиненных. Зарплаты те же останутся, зато я думаю, что каким-то образом улучшится качество работы. И я коротко расскажу, вот охранников упоминали, как людей, которые там людям какие-то справки дают. Это не самые лучшие люди, которые там могут давать справки, потому что это в основном это хамы. И как раз вот чем они занимаются? Я вот столкнулся с тем, там шел ремонт какое-то время, и двери периодически разные, открыты-закрыты были. Они вместо того, чтобы выклинчить доводчик у своего начальства или каким-то образом стоять самим двери закрывать, но им же холодно в коридоре сидеть зимой, они написали бумажку «Закрой дверь».
Не пожалуйста, закройте за собой дверь, потому что нам лень, а именно закрой дверь. Я с ними общался тоже, общение было отвратительным, естественно, как с хамами. Я понял, вот большинство-то чиновников так себя и ведет. Они действительно считают, что человек им мешает там существовать, работать. А этот человек, собственно, их и содержит. Вот это нужно поменять у них в головах. Если вы поменяете это у них в головах, то я подозреваю, что эффективность работы этих людей увеличится в разы. Ну, не этих, а может других, кого вы поставите. Спасибо, на их да, да, можете отвечать, и потом сюда реплика, да, да. Я хотел бы сказать о том, что, уважаемые друзья, сегодня процесс изменения органов местного самоуправления открыт. Я всех вас приглашаю в помощь. Мы с Дмитрием работали уже с управлением споживчего рынка. Встреча прошла конструктивно. Мы наметили очень интересно много проектов. Сейчас о них говорить не будем, пока они не реализованы. Поэтому, Марина, если вам интересен департамент ЖКХ, присоединяйтесь. Будем вместе проводить встречи, и вы будете со стороны говорить о том, как вы видите этот сервис и какой брак в работе, тоже отсутствие на местах и так далее, вы видите. То, что говорит Дмитрий, абсолютно поддерживаю. Культура. Вопрос культуры. Соответственно, сервис без понимания, что такое культура сервиса, не может существовать. Поэтому наша задача показать, как в лучших компаниях коммерческих это сделано, и уйти от вертикальной иерархии, когда государственный служащий считает, что его задача буцнуть наверх, чтобы снять ответственность, документ, и ждать, пока он опять свалится, и опять его запулить туда, и перейти к горизонтальным процессам, о которых говорил сегодня очень много Александр Федорович, которые будут конкретно нацелены на создание ценности и мониторить результат. И понимать, насколько удовлетворен наш потребитель, горожанин, этим результатом. А уже методы, которые мы будем мониторить, то ли это горячая линия, то ли это опрос в интернете, то ли как делают в продвинутых муниципалитетах, на выходе из горисполкома стоит автомат, где вы можете оценить сервис конкретного управления, конкретного чиновника с конкретной фотографией, поставить ему оценку. И это идет в показатель его KPI, который говорит... Сейчас, что тут зрители пишут, Бельский такой теоретик, Андрей, пожалуйста, про KPI. Да, пожалуйста. Да, многие, ну, наверное, телезрители не знают, что такое KPI. KPI, по-моему, переводится Key Performance Identification, да? Ключевые идентификаторы эффективности, то есть ключевые показатели эффективности. А скажите мне, а как можно измерить ключевой показатель эффективности работника департамента ЖКХ, который знает, что у него на крыше в этом году выделено 30 миллионов? Он знает, что эти 30 миллионов выделены департаментом ЖКХ, распределены на 120 крыш, а крыш в городе течет 1200. И тут он пишет в письме: извините, он берет действительно, как правильно говорит Ростислав, он берет заготовку письма, который исправлен год, в этом, в начале года, и напишет: уважаемый Петр Сергеевич, к сожалению, финансирование ремонта вашей крыши в этом году не предусмотрено бюджетом Розовки, а ваша крыша будет предусмотрена в следующем году. Действительно она будет предусмотрена в следующем году. Она будет действительно 1036. Но в следующем году у него починят еще 120 крыш, а ему этот ответ напишут еще 5 лет. Действительно, это вопрос, который, правильно вы заметили, вопрос бюджета. Вопрос формирования бюджета, вопрос городского головы, и как раз вот в том числе и горсовета, это как раз привлечение, создание в городе такой атмосферы, чтобы бизнес сюда хотел прийти. Бизнес действительно, среды. Чиновника работа, чтобы бизнес, в который сегодня вот Дмитрия Талпу обвинили, но действительно, ну, бизнес нужно любить, его не нужно говорить, вы негодяи там, ну, честный бизнес. И защищать. Да, и приглашать, и защищать. И я говорил всегда, я буду лоббистом каждого бизнесмена, каждого крупного предприятия, который сюда придет и будет готов развивать свое предприятие в нашем городе, создавать рабочие места и не портить экологию и нарушать закон. И наш бизнес не мешает, да, развивать. Александр, я прошу прощения, 2 секунды буквально, извините. В соглашении об ассоциации с Европейским Союзом прямо прописан пункт об электронном правительстве, о введении электронного правительства. Так вот, скажите мне, без вот этих вот электронных услуг, какие инвесторы из Европы к нам придут, если это прямо прописано в соглашении? Послушайте меня. Ну, если честно, я вам скажу, инвестора на самом деле совершенно не интересует электронное управление. Его интересует прозрачно получить землю, его интересует прозрачно подключить коммуникации и получить дешевый
дешевый труд, и чтобы его законы и право частной собственности соблюдалось на территории какого-то государства. Хорошо. Это все, что его интересует. Его электронное государство вообще не интересует. Хочу сказать про Европейский Союз. Недавно ко мне приезжали сотрудники исполкома, ну, в смысле, муниципальной власти Люблина, города Польши. И они сказали, после момента принятия решения о вхождении в Евросоюз, я говорил это Ростиславу, что ежегодно количество работников муниципалитета увеличилось на 50 человек. Увеличивалось на 50 человек. А у нас запас ООО насколько? Так, пожалуйста, Станислав Подьячев и Андрей Острих, и сюда опять реплика, да. По поводу ключевых показателей. Классика. Генри Форд платил одному из отделов деньги тогда, когда у них не было работы, когда они просто отдыхали. Поэтому менеджмент – это настолько многогранная наука, что инструментов там очень много. Касательно среды, которая, да, вот вы с турками гуляли утром в субботу по БАМу, необходимо, наверное, пересмотреть график уборки, то есть не убирать каждый день, каждое утро, когда там, допустим, со вторника на среду намусорить не могли. Есть же теория разбитых окон, когда одно окно разбито, то через 10 дней в этом здании, как правило, еще будет там 5-6 окон разбитых. Поэтому есть старая там поговорка, что чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Но для того, чтобы до этого дойти, нам необходимо все-таки, у нас есть инструмент, ну у вас точнее, есть инструмент, как сделать так, чтобы там действительно было чисто. А по поводу того, что ответственность на мэре большая, да, действительно большая ответственность на городском голове. И горожане, у каждого есть своя функция. У кого-то есть функция наполнять казну, у кого-то есть функция управлять или администрировать деньгами, управлять имуществом громады. Это очень большая ответственность, конечно, она ощущается, и очень здорово, что вы ее ощущаете хотя бы так. Спасибо, Андрей, пожалуйста. И сейчас мне кажется, мы сейчас смешали два таких понятия. Вот мы то об одном говорим, о другом. Давайте разделим вот что. Как работает, вот то есть бэк-офис и фронт-офис власти. Если сейчас вот Дмитрий про бабушку когда рассказывал, он говорил об отношении, то есть о контакте власти с горожаном. Я вам, сила в простоте. Очень простой действенный способ. Не надо инвестиций, ничего не надо. Вам, кто принесет вам видео, что нахамил чиновник, получает 200 гривен. С зарплаты чиновника, пожалуйста. У всех есть телефоны, снимайте, пожалуйста. Вот Дим... А вот Александр Федорович, ноу-хау. Валентин Анатольевич, вот особенно к вам, от теории к практике. Господа, подождите, пожалуйста. Нет, я думаю, что можно что-нибудь придумать на эту тему. Есть доплаты, есть еще разные всякие способы. Скажите, пожалуйста, вот возможно ли реализовать такую штуку, которую только что вы услышали? К сожалению, она незаконна. К сожалению. Но есть же нематериальные мотиваторы. А это все возможно. Почему же? Возможно. Ростислав, а вот у Ростислава есть своя фишка. Вопрос, смотрите, вот знаете, я принимал участие в переаттестации полиции, да, и вот много гвоздей на эту тему забивали, но есть одно принципиальное «но» между милицией и полицией. Реакция на нарушение полицейскими законодательства. И полицейские судят, ловят взятки, там перевзятки, не знаю, сколько это будет. И сейчас речь идет о вашей реакции. О вашей реакции как представители этой структуры на жалобы гражданина. Давайте себе представим город Люблин, о котором вы говорите, вот гости были, да, где вот такой вот предприниматель, который платит там 200 тысяч в год и создает рабочие места, пришел и пожаловался. И сказал бы, слушайте, ну мне нахамили, я себе реакцию эту не представляю. Есть такой российский бизнесмен, который рассказывал о том, как он, по-моему... Господи, где же он там? Ну, в европейской какой-то, в европейской стране, типа Болгарии, что-то, ну, в такой восточная Европа, он открывал свой бизнес. К нему мэр пришел, пожал ему руку. Я сомневаюсь, что если он сказал, что ему где-то в каком-то кабинете не так ответили, чтобы это закончилось. То есть тут речь да, может быть, конечно, тот механизм, который я предлагаю, он где-то очень утрирован. Но мы хотим другой реакции на жалобы. Они, ну, я понимаю, что вы сейчас, ну, разрываетесь, там очень много там на вас сыпется и так далее. Все понимаю. Но если не будет системы реагирования на
взаимоотношения граждан и власти, ну, мы, ну, ничего мы не изменим. Я хочу повториться, но сказать, что, Юля, что вопрос браков и реакции на брак, а в данном случае хамство, это есть брак в работе. Это одна из составляющих, которую мы разрабатываем. Плюс, хочу сказать, общаться с людьми – это большое искусство. Умение общаться с людьми и допускать к умению, к этой функции, нужно людей, прошедших специальный отбор. Для этого и создаются так называемые службы в фронт-офис. Поэтому, ну, если охране по функционалу своему не проведено обучение, если они некомпетентны к общению, то значит они там не должны находиться по факту. Ростислав, пожалуйста, подождите, господа, я всех вас вижу, но Ростислав, что у вас? В ответ на ваш вопрос, возможно ли штрафовать? Напрямую штрафовать невозможно, но это не значит, что нет других механизмов. У нас есть трудовое законодательство, у нас есть законодательство о государственной службе, у нас есть закон о службе в органах местного самоуправления. У нас есть соответствующие кодексы этики государственного служащего, механизм. Когда есть одна жалоба, почему чиновник себя так ведет? Потому что он безнаказан. Когда 100% он будет уверен в том, что... После его хамства он будет привлечен к дисциплинарной ответственности в виде, например, выговора. Что это значит? Это значит, что он никаких надбавок к своей заработной плате не получит на протяжении всего времени, пока этот выговор будет. А если сердцем? Следующее хамство ему обойдется в увольнение. И придет следующий чиновник, который будет задумываться над тем, как себя вести. Пожалуйста, короткая реплика, потом Дмитрий, да. Не будем изобретать велосипед, берем простой кейс с Приватбанка, сфотографируем красивого Александра Федоровича с протянутой рукой и пишем, хорошо ли вас обслужили. Горячая линия, любая или номер кабинета, в котором можно пожаловаться, где вас плохо обслужили. Там сидит customer care команда, там 2-3 человека с компьютерами, которые просто фиксируют. Ага, там на какую-то Иванову там толпа пожаловался. Так, зафиксировали. Вот. Потом провели служебное расследование, потом по админкодексу, что там, взыскание. Евгений, вы не поверите. Вот после того, как мы делали сюжет о физдиспансере, очень долго вся эта история тянулась, я там звонил, спрашивал, интересовался. В конце концов, когда оказалось, что начальник департамента ЖКХ отправил письмо опять-таки на тот ЖЭК, который точно ничего не сможет сделать, потому что там вышка предполагается, высотная работа и так далее. То есть он мне сам говорил, что они не могут этого сделать. Я снял об этом, ну, как мы сотрудники сняли сюжет, мы показали, после этого разместили на Фейсбуке, и я там затегал Александра Федоровича, в надежде, что он, может быть, это узнает. Так вот, я вам скажу, что пока мне его сюда просто хитростью не заманил в эфир и не задал ему вопрос устами Андрея по поводу того, доколе, а потом еще здесь вот в коридоре не спросил, а все-таки, когда же будет ИБО? Так вот, до этого момента ничего не случилось. Сейчас оно так работает. Пожалуйста, Александром Федоровичем выхлоп больше. Вашими коллективными, Дмитрий, пожалуйста. По поводу наказания. Вы говорите за охранника. Я общался с начальником ЦНАП, с Мураховской Ингой. В процессе разговора она вызвала охрану. В первый раз и во второй. Это все за один день. Но вначале я не знал, что она начальник. Она была как администратор. Она не представляется, кстати. Второй раз вызывает охрану. Вопрос. Как вы думаете, она понесла какое-то наказание? Ответ? Уверен, что нет. Вот. Знаете, кто понес наказание? Одна девочка-администратор и вторая, которые выполняли четкое поручение своего руководства. Вопрос, Александр Федорович, а не стоит ли наказывать все-таки хотя бы вот в вопиющих случаях чиновников? Следующая ситуация. Ленинский, Ингульский исполком. Демонтируя рекламу, как они сказали, они демонтируют у предпринимателя. Они ее срезают. Ну, по-моему, они ее украли. Предприниматель написал заявление в полицию. Они пришли без документов, без ничего. Спилили в машину и быстренько убегать. Предприниматель говорит, что вы делаете, мужчины, постойте. Вызывает полицию, звонит мне, это моя знакомая. Приезжаю, начинаем разбираться, они говорят, мы с Ленинского исполкома, вот представитель Ленинского РУВД, участковый. Я говорю, что ты вообще здесь делаешь и творишь? Он говорит, я вот бью закон. Я говорю, как же, ну объясни. Кто был с Ленинского исполкома, скажите? Извините, вопрос повторите. Кто был с Ленинского исполкома? С Ленинского пришел Шкуренко по итогу. Вы думаете, он наказан? Общение с этим человеком меня... Что сегодня Ленинский исполком вообще управление настолько... Меня настолько удивило и поразило. Он оставил свой телефон, говорит, перезвоните. Я ему перезваниваю. Он сказал, сюда больше не звони, понял? Я иду,
Следовательно, уже, ну, как бы по ступенечкам иду в Ленинский исполком к руководителю. Вижу господина Шкуренко, у меня две видеокамеры, у меня и у оператора. Он прыгает в свой джип, меня чуть не сбил. Я не знаю почему, ну неужели паника такая? Я прихожу к начальнику Ленинского исполкома, говорю, такая ситуация. Мурчанов? Абсолютно верно, будем разбираться. До сих пор разбираются. Никто никого не наказывает, наказывают только мелких чиновников. Александр Федорович, вот есть что на этот крик души ответить? Ну, честно говоря, тут какой-то прям ощущаю себя в клубе молодого садомазохиста. Всех надо наказать. Всех должны быть наказаны. Значит, знаете. А позвольте вас прервать. Я хочу немножко. А потом, да, а потом накажет. Немножко другую сторону. Как раз вот я в ту часть, которую начали говорить. Вы знаете, вот последняя 10 минут была посвящена набору негативных фактов, связанных с деятельностью чиновников. Жизнь каждого из нас наполнена такими фактами, и любой из нас может приводить их бесконечное количество. Однако я хотел бы предложить внимание для полноты картины и несколько другую сторону ситуации. К вашему примеру по поводу чашки, которую можно оставить, можно забрать с собой. Тут зрители пишут, что еще разбить можно. Эту чашку можно разбить. Разбить, да. Именно об этом я хотел сказать. Именно, ее можно разбить. Так вот, нужно не забывать о том, что в ситуации, когда эти самые чиновники, которые нам всем ненавистны, получают 1500 гривен зарплаты, в этом раскладе весь этот набор санкций и жутких мер, о котором говорилось здесь в студии, который, очевидно, нужен, может закончиться тем, что чашка будет разбита. И в этих самых креслах люди работать не будут. Я говорю не в защиту, я говорю к тому, что картина вообще гораздо более полна. И когда вы показывали вот так по поводу, а где бюджет, это все из той же категории. Потому что можно много мечтать с пустым карманом, однако при наличии этой пустоты рассчитывать на какой-либо эффект, ну, наверное, было бы не совсем. Господа, я хотел бы все-таки, вот, да, сейчас мы сюда передадим, там есть Ярослав Захаренко, у нас молчит, и надеюсь, что еще, да, вот Андрей скажет, и, может быть, все-таки Максим. Времени остается мало, поэтому я хочу все-таки напомнить, что программа, собственно, посвящена не упражнениям в клубе садомазохистов, а рассказу о том, как можно избежать, в общем-то, вот того, о чем вы говорите, посредством реформирования структуры управления городом. Поэтому все-таки прошу вас, коль скоро мы уже как бы все-таки идем к концу программы, чтобы у зрителей осталось какое-то понимание хотя бы именно по поводу этой проблемы, давайте все-таки говорить, отвечать на вопросы наших экспертов, именно исходя из этих позиций. Пожалуйста. А это автоматизация. Действительно, нужно проводить автоматизацию процессов. Действительно, должно быть то, о чем я мечтаю, это когда городской голова приходит, включает на рабочем месте свой компьютер, и у него список всех задач, домов, крыш, все, что там, всех проблем и статус их исполнения. То есть красные, те, которые надо наказать. Ответственными лицами. Зеленый, там, который все вовремя исполнено. Желтый. Подходит к тому, что скоро будет проблемы. А и, допустим, там, я не знаю, синий это тот, кто сделал раньше времени, и надо похвалить. Пожалуйста. Синий пускай. Значит, ну я хотел сказать одну вещь. Если мы говорим о системе и о сложной системе, то действительно она может давать сбои. Действительно, она может быть спилена не та реклама. При таком обилии рекламном. Действительно, можно сместить. Не нужно. Скажите, секундочку, если бы там был одна рекламная конструкция, которая там висела, ее нужно было либо демонтировать, либо не демонтировать, я сомневаюсь, чтобы ее ошиблись. Секунду, позвольте. А если их там 100 штук, причем одна вот здесь, другая здесь, и когда ему нарисовали, ну не исключено, что он мог спилить не ту, которая нужна. После этого, смотрите, мы взяли, и она тоже была без разрешения. Значит, мы взяли, выучили для этого себе урок. Теперь человек, который отвечает за снос конструкции, он придет баллончиком красным и на ноге сделает красный крестик. Это значит, что именно эту конструкцию... Бывает, что он разбойник. Да. Сейчас. Мы повторили, а владельцы рекламы придут в ночь. Дорогие мои, послушайте, пожалуйста. Очень важно, что мы действительно занялись этим вопросом и вынесли его в публичную плоскость. Мы обсуждаем сейчас с вами структуру исполнительной власти в городе Николаеве. Здесь, в открытой студии, не скрываясь от людей на прямом эфире. Это очень правильный шаг. И публичность, П, это для публичности.
Мы занялись этим вопросом, и мы хотим сделать все процессы, которые происходят в горосполкоме, публичными. Если действительно, наказание, да, наказание. Значит, и последнее, что я хотел сказать, пользуясь такой возможностью, Дмитрию, прежде чем что-то, в чем-то обвинять кого-либо, постарайтесь в этом разобраться. Например, в ремонте дорог, в котором вы так жестко меня обвиняете в Фейсбуке, Александр, или нет, Саша, вы позволяете себе с мэром говорить, Саша, твоя бездеятельность ломает мою ходовую. Действительно, я готов потерпеть данные там, рисунки и так далее, но выложить асфальт в температурные режимы, которые для этого положены. Я не хочу быть прослыть другим человеком, который будет в холод укладывать асфальт. Я привлек вот этих многоуважаемых людей, вот они здесь сидят, там Ярослав, Евгений, для того, чтобы они, нет, на общественных началах, и они сейчас, эти люди, которые, ну скажем так, вообще никакого не имеют, они имеют общественный контроль, они следят за тем, чтобы исполнялось качественно, кроме технадзора, иногда даже посылают технадзор, для того, чтобы исполнялась работа качественно. Сегодня один из депутатов облсовета сфотографировал ночью на проспекте технику и сказал, ай-яй-яй, опять мы ночью чиним дороги. Уважаемые мои, мы будем ночью депутат, чинить проспект Ленина. Для того, чтобы это впервые в Николаеве, этого не замечают, это между прочим. Того, что мы впервые начали чинить ночью проспект Центральный. Почему? Потому что на нем не ездит ночью транспорт, потому что не ездят тяжеленные троллейбусы и не давят нам свежий асфальт, потому что дорога ночью свободная и не создаются пробки. А ночью сегодня, когда был дождь, происходило фрезерование, никак не укладка асфальта, потому что за каждую укладку они его снова отфрезеровывают и снова укладывают свежий асфальт. И для этого есть общественный контроль, для этого есть другой контроль. И мы это будем контролировать и будем делать работу по-нормальному, а не для того, что в угоду избирателю в холод, в грязь, в дождь, но побыстрее. И мы это будем делать. Спасибо, Дмитрий, вы уже говорили, Ярослав не говорил с начала программы. Пожалуйста, Ярослав, я вижу всех, кто хочет сказать. Сейчас мы вот здесь вот пройдем быстренько, и потом будут уже финишировать гости. Пожалуйста, Ярослав. Я имею некоторый опыт внедрения так называемой системы, про которую тут долго говорили, ее модули и представления. Походу, это сервис-деск, в котором идут процессы, объекты, управление, фронт-офис, бэк-офис и так далее. То есть, как говорил у нас Саакашвили, набирается группа девушек, молодых парней, которые умеют только улыбаться и их дело принять, и они общаются с людьми. Все остальные зубры, монстры находятся где-то там за решеткой. Это бэк-офис, их никому не показывают, но они – это те гоблины, которые организовывают процесс, который работает. Хотелось бы одно пожелание к архитекторам, то, чтобы сами процессы не стали, как бы это сказать, не провисли. То есть я видел практику применения в коммерческих предприятиях таких процессов, и получилось то, что в итоге человек ориентируется на то, чтобы сделать свои KPI, вовремя выполнить свою зону ответственности. Но в целом задача остается не решена, потому что она лежит в поле, допустим, многих процессов. Каждый, выполнив свой сегмент, в итоге не привел к решению проблемы. И когда мы с Женей вот, сидели по поводу, смотрели тех задания по уборке снега, у нас там были машиночасы, у нас там были кубометры, но у нас там не было километров чистой дороги. Так вот, в итоге, чтобы мы не получили количество выполненных KPI, а не выполненных заявок. Спасибо. Так, господа, я понимаю, что вам есть что сказать по поводу любой реплики, но мы сейчас здесь закончим, и вы уже будете выводить нас на коду. Пожалуйста, Андрей, Олег, там я вижу, да? Марина, будете тоже что-то говорить, да? Пожалуйста. Да, пожалуйста, коротко. Я буду очень коротко, раз уже зашла реплика, да, о рекламе, которую как бы, мы сейчас не обсуждаем. Но мне тут всегда вспоминается там цитата из «Кавказской пленницы». Я покупал-то ее по советским законам. То есть взяли, снесли незаконную рекламу, люди жалуются, что снесли незаконную рекламу. Есть статья закона о рекламе, статья 16, и говорит, что всякая наружная реклама должна иметь дозбил, выданный исполнительным комитетом. Все остальное, это уже там идут
разговоры. Пожалуйста, там спасибо. Там сложно, что не принимают заявки на то, чтобы согласовать рекламу. Никак, то есть просто прямо, подается, правда, это действительно реальная проблема. Подается, Александр Федорович, вот я могу сказать, что у меня тоже есть реклама. Я подавал в прошлом году на то, чтобы продлить договор. Это было при значительной власти. Неважно, я в том, чтобы продлить договор. И у меня вчера приходит ответ, вернее не ответ, а письмо о том, что уберите, потому что у вас нет законного размещения. То есть подается на продление, она не продлевается, а потом через какое-то время говорит, а у вас, кстати, договора нет, давайте ее демонтируйте. Господа, давайте сейчас вот мы здесь закончим, и потом вы уже просто будете программу заканчивать, пожалуйста. Александр Ильич, вопрос к вам. Возвращусь к вопросам структуры, да, исполнительного комитета. До 2006 года некое образование под названием Департамент ЖКХ, о которых мы здесь очень много говорили, в мире отсутствовало. Эти полномочия осуществляли администрации в районах, да, по территориальному признаку. Я вот был участником голосования за создание департамента, жизнь показала, я вот разочарован, я сделал ошибку, когда я голосовал за. Ну, так уж красиво его тогда преподносили, как некую инновацию. Не возникает ли у вас желания в рамках всеобщей сейчас децентрализации вернуться к старому проверенному территориальному признаку и вернуть эти полномочия, не все, скажем, основную массу этих полномочий именно администрациям? Да, хотел бы сказать, что я не хотел бы брать на себя ответственность за какие-то решения, которые бы могли повлиять на жизнь людей, руководствуясь исключительно своим опытом, жизненным, либо каким-то образованием, либо еще чем-нибудь. Поэтому есть база знаний, есть депутаты, есть люди, которые работают в том числе и в администрациях. Сейчас мы с Валентином делаем такие встречи в районных администрациях, где общаемся с депутатами, с работниками администрации, просто с лидерами общественного мнения о том, как реформировать и как разделить полномочия между департаментом и администрациями района. По-любому мы разделим условия, чтобы не дублировались, чтобы все функции не дублировались. И мы по-любому разделим функции контроля. Если департамент исполняет какую-то функцию, то администрация будет ее контролировать. Не может опять отряд. Не нужен. Нет, нужен департамент. Либо департамент, либо администрация. В любом случае нужно, смотрите, мы не хотим дублировать функции, но, скажем так, уровень надзирания там на каком-то на месте должен быть обязательно. Кроме того, районные администрации превратятся еще в сервисные организации. Центры надания административных услуг в районах. То есть вопросы, которые нам передают сейчас, регистрация прав имущественных, паспорта, впоследствии нам передадут права, разрешение на обслуживание. Еще хочу сказать последнее. То есть в моем мнении, что структура любого предприятия, любой организации должна делиться на уровне эскалации проблемы. То есть я должен решить проблему. Если я проблему не могу решить, я ее отправляю на уровень выше. Человек, который принимает ее на следующем уровне, он оценивает. Если проблема могла быть решена на нижнем уровне, значит человек, который там сидит, не может там работать. Если проблема не могла быть решена, а я ее могу решить, я ее решаю. Если я ее не могу решить, я ее докидываю на следующий уровень. И так все должно дойти до городского головы, а может быть до президента. Именно так я вижу структуру городского совета. Спасибо. У нас осталось 3 минуты, поэтому, пожалуйста, Марина, и по минуте останется каждому из гостей. Пожалуйста. Я очень коротко, я в последнее время часто провожу прием граждан. Основная проблема – жалоба на чиновника. Какая? Есть фактор все-таки коррупция. Мы говорили про крышу, Александр Федорович затронул тему, да, ремонт крыши. Каждый год, из года в год ремонтируются практически одни и те же крыши. Это я вам говорю, я даже хотела сделать аналитику такая по старой власти, действительно такая была схема. Можно сделать электронную регистрацию заявок. У нас сейчас новая программа будет 90/10, да, дома, переходящие в СНД, будут ремонтироваться по этой программе. Можно ли сделать электронную регистрацию этих заявок, потому что люди ко мне приходят и говорят, там мы подадим, и мы не попадем под эту программу. Они действительно боятся, что в эти 120 крыш они не попадут? Мы сделаем обязательно, мы хотим сделать вот эту живую очередь о ремонте определенных там крыш и так далее и тому подобное. Мы хотим обязательно сделать эту очередь. Единственное, что очередность подачи заявок не будет очередностью их исполнения. Потому что кроме того, что есть очередность, очередь подачи, есть еще и уровень критичности этой крыши. То есть одна крыша уже вот такие вот дырки, ее надо чинить первой, хотя она в очередь попала десятой. А одна попала первая, но там вот такие две еще потерпят.
Ну, простите, денег нет. Так, у нас осталось 2 минуты до конца программы. Я позволю себе зачитать комментарий одного из зрителей. Мне очень нравится, очень свободно и открыто. Хотелось бы, чтобы, в принципе, администрация и чиновники умели так свободно вести себя, не опасаясь за свои гнилые трупы в шкафу. Я понимаю, это вам комплимент. Пожалуйста, Евгений Воловой, и дальше по 40 секунд максимум. Пожалуйста. Большое заблуждение, когда думаете, что система завалится или процессы остановятся, и что-то глобальное и критическое произойдет, если вот чиновник, который получает за 1500, он вдруг уйдет и все остановится. Андриенко ушел, что-то остановилось? Нет? Ну, я понимаю, Коваленко ушел с ДЖКХ, что-то остановилось? Вот. Не надо себя обманывать, что вот эта вот вся эта система держится на одном человеке, да, и вот он это курирует, да. С – это студенты. Возьмите студентов с институтов, с университетов, голодных, приведите их к Валентину, Валентин их пройдет через курс повышения квалификации, в каждый отдел по десятку студентов, оставив там 2-3 ключевых человека, которые еще окончательно не прогнили. И все, и система адаптируется. Не надо себя пугать и обманывать да всех остальных. Да у студента будет психологическая травма после посещения. Пускай будет какая угодно травма. Это все реализуемо. Это то, что написано вот здесь вот у Ростислава в 400 человек. Ростислав еще мягко сказал. Я на одной из программ рассказывал историю о том, как я общался с тогдашним начальником Николаевского СИЗО Красиличем. Валентином. И он говорит, вот к нам часто сюда экскурсии всякие приводят, ну там старшеклассников водят, показывают, как оно там, чем может закончиться, если вести себя неправильно. Так вот, говорит, ты знаете, у меня память на лица фотографическая. Вот из тех, кто сюда приходил на экскурсию, ни один ко мне второй раз не попал. Так я так понимаю, что если сделать так, как вы говорите, Евгений, вот привести студентов, получится так, как говорили и Красилич, и Александр ходят. Федорович. Они не придут никогда. За заслугой. Даже за услугой. Так, пожалуйста, осталось буквально 20 секунд у каждого. Говорите. Ну, давайте мы придем к чему. Первое. Кто хочет, делает. Кто не хочет, находит причины. То, что у нас происходит, это поиск причин. В данной ситуации та структура, которая предложена, это есть рыба. Она может меняться. Но давайте это делать уже сейчас. Потому что через 3, 4, 5, 6 месяцев снова наступит зима. И снова найдется причина ничего не делать. Спасибо. Валентин, пожалуйста. Я бы хотел сказать несколько цифр. В феврале территориальным центром социального обслуживания было оформлено 470 обращений граждан о материальной помощи. Это примерно в несколько раз больше, чем средний показатель прошлого года. Эта цифра продолжает расти. Другой центр по реинтеграции бездомных горожан зимой принял уже где-то на 30% больше подобных граждан нашего города. Как вы думаете, эта статистика будет расти? Будет расти. Если мы будем дальше продолжать с вами вести полемику о форме, а не о содержании, то мы будем говорить о том, что наши улицы будут просто завалены бездомными людьми, а пенсионеры будут продолжать прозябать и долго ждать от нас помощи. А мы будем с вами спорить, что первее, яйцо или курица. Спасибо. Александр Федорович, ну и логично вам закончить. Хочу сказать, что действительно качество работы должно проверяться не количеством людей, уменьшенным количеством людей, а количеством довольных людей, вышедшим из этого здания. И если, вот откровенно говорю, если для того, чтобы счастливые люди выходили из здания горосполкома, понадобится не то, чтобы уменьшить, а наоборот увеличить структуру и сделать это эффективно, я готов на это идти. Я не буду делать популистские лозунги о том, что мы уменьшим там в два раза, все там порежем и так далее. Я скажу так, что мы изучим процессы, мы приведем их к нормальному, логическому виду и не через 20 лет, мы уже сейчас этим занимаемся. Считаю, это очень классная инициатива, то, что мы здесь в студии сегодня обсуждаем такие серьезные вещи, вот в такой шуточной, полушуточной форме. Считаю, что также можно приглашать сюда и отдел рекламы, и вот так общаться, и департамент ЖКХ, и вот так общаться. И это необходимо. Более того, люди должны понимать, чем занимается на самом деле чиновник. Вы понимаете, что в межсессионный период между двумя сессиями депутаты городского совета подали около 400 запросов на чиновников, на этих самых нелюбимых всеми.
А эти запросы нужно отработать в пятидневный срок? По закону. Радислав, пятидневный? Десятидневный. Десятидневный. Информационный. То есть надо все это обработать. Для этого нужны люди. И люди этим занимаются тем, что пишут запросы, получают какую-то информацию. Ну, для того, чтобы получить вот эту информацию, Ростислава, там, на сколько там? На полторы тысячи листов? 2600 листов. Он же эту информацию получил из горосполкома. Это нужно подготовить, проанализировать, распечатать и отдать. Это все чиновники, те, которых мы хотим уволить. А кто будет работать? Да, действительно, город может работать без мэра. Да, действительно, город может работать без каких-то его замов. Но город не может работать без тех рабочих муравьев, которых мы так просто называем чиновники, одним словом. Поэтому я отношусь к ним с большим уважением. Я отношусь к ним с надеждой, что они будут улучшать свой труд, так как делаю это я ежедневно. И меняться. И меняться в лучшую сторону. А мы вместе будем им помогать, а не наказывать их. Мы будем везде тоже надеяться. Дякую. Дякую, що були з нами. Дякую, що витерпіли ці дві години, навіть трохи більше. У нас тут цікаво. З нами добре, з нами справді дуже багато чого дізнаєшся. А якщо і почнеш приєднуватися до того, про що ми кажемо, і почнеш розуміти, що це місто, ну, насправді твоє, місто належить кожному з нас, то тоді насправді все буде набагато швидше і набагато краще, ніж воно було до сьогодні. Дякую, що були з нами. Зустрінемося наступного тижня. На все добре.